Доброго вечора усім нашим глядачам, доброго вечора усім учасникам програми «Контраргумент», які зібралися, як завжди, по четвергах на телеканалі «Миколаїв» о 19:30, щоб на програмі «Контраргумент» поговорити про найактуальніше питання нашого життя. І знову ж таки, як завжди, я кажу, що сьогоднішня програма торкатиметься практично кожного. Адже ми, перш за все, обираємо такі теми, які цікаві найбільшій кількості наших глядачів, а тим, кого вони торкаються безпосередньо, напевно, буде що розповісти своїм знайомим. Втім, я впевнений, що сьогоднішня програма викличе саме практичний інтерес, адже говоритимемо ми про ОСМД. Причому, знову ж таки, не в абстрактному ключі, що десь, колись було б дуже добре, щоб ми почали створювати об'єднання співвласників багатоквартирних будинків, а у розрізі того, що вже влітку ЖЕКи припинять своє існування, і у будь-якому випадку, чи хочете ви об'єднуватися в ОСМД, чи не хочете, а доведеться. Тому, звичайно, як завжди, ми запросили до студії дуже компетентних, дуже справді поміркованих і, я би навіть сказав, втаємничених співрозмовників, тих людей, які знають не тільки те, що лежить на поверхні, а і те, як воно відбувається насправді. Отже, залишайтеся з нами, буде дуже цікаво. Ви вже бачили тітр в Миколаїві інфо. Ви можете подивитися нас на цьому сайті у прямій трансляції. Ви можете приєднатися до нас не тільки за телефонами 76-92-42 за півгодини, це телефон нашого прямого ефіру, але і вже зараз писати або на нашій сторінці на Фейсбуці, ось, будь ласка, це група «Контраргумент», або ж безпосередньо мені на мою сторінку особисту, там також я буду бачити, що ви хочете спитати і озвучу ці питання в ефірі. І перш ніж ми представимо наших гостей та експертів, я хочу запропонувати вам сюжет про те, що ж нас чекає вже найближчим часом. Сюжет Павла Москальова, будь ласка. Створювати об'єднання співвласників багатоквартирних будинків українці повинні будуть вже в липні поточного року. Водночас функціонуючі до сьогодні ЖЕКи ліквідують. Відповідне рішення закріплено законом номер 417 про особливості здійснення права власності у багатоквартирних будинках. Депутатський корпус ухвалив його влітку 2015-го. Експерти та жителі країни такі нововведення вважають несвоєчасними та недосконалими. Запропоновані законодавцем зміни містять ряд власних переваг та недоліків. Так, громадяни, які з 1 липня не перейдуть на нову систему, будуть змушені користуватися послугами підрядної організації, яку обере місцева влада. Крім того, власники нерухомості у старих хрущовках та панельних будинках із вищевказаної дати відповідатимуть за все будинкове та прибудинкове майно. Маршові сходи, горища, підвали та подвір'я. Відповідно, розраховуватися за їх ремонти українці теж повинні будуть самостійно. Тому якомога швидше експерти та координатори проєктів у сфері житлово-комунального господарства радять українцям брати ситуацію у власні руки. В Миколаєві поки що пуститись у вільне плавання у справах керування майном готові не всі жителі багатоповерхівок. Представники міської влади з такою категорією населення проводять роз'яснювальну роботу. Фахівці у галузі житлово-комунального господарства попереджають, що новою керуючою компанією може виявитись звичайний колишній ЖЕК. Виграти конкурс йому нічого не заважає. Однак не виключено. Обслуговувати мешканці будуть вже за новими тарифами, використовуючи на свою користь переформатування ринку. При цьому розірвати в майбутньому такий договір буде вкрай складно. Адже однією зі сторін в договорі будуть не самі власники квартир, а визначений працівник апарату міської ради. І тільки він буде в змозі ініціювати процес відмови від послуг керуючої компанії. А ось чи захоче він це робити – питання без відповіді. Сам закон теж потребує суттєвого доопрацювання. Проте час втрачати не варто. Чималу кількість специфічних моментів підказують люди, за плечима яких позитивний багаторічний досвід управління власним житлом. Ірина Кострюкова протягом 10 років очолює об'єднання співвласників багатоквартирного будинку «Новатор». Рішення про його створення мешканці прийняли влітку 2005-го. Вже багатоповерхівка перейшла у самостійне розпорядження власників. За цей період тут здійснили великий обсяг відновлюваних робіт. Будівлю людям передали з усіма її недоліками. Ми взяли дом з усіма ржавими трубами, з дірявою кришою, з лівньовками оторваними. І все це якби, за 10 років доводили до лада, щоб це функціонувало, щоб це не ламалось, щоб не було аварійних ситуацій.
Хоча тодішнім першопрохідцям було набагато простіше. Законодавством передбачалась дольова відсоткова участь колишнього власника у перших капітальних ремонтах. На сьогодні така можливість виключена. 2007 року організатора-новатора за програмою ООН реставрували дах та міжпанельні стики. Тоді ж іноземні спеціалісти навчили довгостроковому плануванню. Я вам скажу, було десь 18 пунктів. Из них даже такие экзотические, как устройство площадки для выгула собак, чтобы они не были во дворе с детьми, а отдельно у нас есть там территория между трамвайными путями, чтобы туда выгуливали, ходили собак. Технічну документацію на земельний відвід робили власним коштом. Після її утримання встановили паркан. Він убезпечує жителів перших поверхів від відвідувачів літніх кафе, розташованих поруч. Відтоді прилегла територія виглядає естетично і охайно. Фасад багатоповерхівки нічим не відрізняється від аналогічних будинків. Більш забезпечені, зацікавлені в економії тепла та енергоносії мешканці поступово утеплюють стіни. Вони ж беруть активну участь в житті громади. Хоча є і інша категорія громадян. Важко зітхає Ірина Кострюкова. З тихого согласия тих людей, друга часть людей, которая в меньшинстве, но она более агрессивная, скажем, которые, не скажем, что палки в колеса вставляют, ну, треплют нервы по-русски вот так вот. В этом как бы главное, во что упирается, скажем, и пробуксовывает вот эта вся реформа, что люди не хотят связываться с теми, кто агрессивно настроен, кто чего-то недопонимает, ему нужно объяснять, никто не хочет возиться с людьми. В этом, в общем-то, я вижу, что так длительно, скажем, мы 10 лет существуем, за эти 10 лет очень мало домов, которые организовали УСМД. Як бачимо, об'єднання співвласників багатоквартирного будинку відкриває певні можливості, хоча й проблем вистачає. В цьому така організація схожа на будь-яке середньостатистичне підприємство. І для свого успіху теж потребує наявності достатніх ресурсів і людей з багажем знань та практичного досвіду, щоб цими ресурсами вірно розпорядитися. Шановні глядачі, давайте познайомимося з нашими гостями. Андрій Палько, директор департаменту житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради. Оксана Лічко, спікер Миколаївської територіальної організації партії БПП «Солідарність» з питань створення ОСББ. Вітаю вас. Олександр Рєпін, голова депутатської комісії з питань житлово-комунального господарства, комунальної власності та благоустрою. Михайло Антоненко, голова асоціації ОСББ. Добрий вечір. Переходимо до представлення наших експертів. Олег Мудрак, депутат обласної ради, голова фракції партії «Відродження». Михайло Золотухін, директор громадської організації «Фонд розвитку міста Миколаєва», заступник голови експертно-громадської ради при Миколаївському міськвиконкомі. Володимир Катуков, член правління асоціації ОСББ. Другий майданчик. Представники громадської ради при Миколаївському обласному територіальному відділенні Антимонопольного комітету України Дмитро Білозоров та Віталій Настенко. Вітаємо вас. Олександр Поліщук, пенсіонер, який дуже добре знається на темі житлово-комунального господарства. Наші гості на другому майданчику. Олексій Кочубей, директор юридичної фірми «Advice Consult», журналіст та публіцист Ігор Пох. Вітаємо вас, запрошуємо до дискусії. Дякую, Олександре. Як бачите, у нас досить людей, які зможуть відповісти на будь-яке, навіть найскладніше ваше запитання. Причому, повірте, відповідатимуть вони максимально конкретно, а не казатимуть про якісь теоретичні питання, про якісь теоретичні аспекти вашого питання. І перш ніж перейти до власної дискусії, я хочу запропонувати вам саме дуже практичний сюжет про те, що бентежить зараз практично кожного з нас, про тарифи, про те, якими вони є, з чого вони беруться, як формуються і якими будуть найближчим часом. Будь ласка. Найбільші у структурі всіх комунальних тарифів – опалення, тепло, електроенергія, водопостачання – встановлює Національна комісія з регулювання енергетики. Органи місцевого самоврядування відповідно до чинного законодавства затверджують тарифи на послуги утримання будинків та прибудинкових територій, вивезення сміття, транспортні послуги. Як мінімум 9 послуг, що забезпечують функціонування домоволодінь. З 1 березня цього року у зв'язку з подорожчанням електроенергії відповідно коригуються і комунальні тарифи, які наберуть чинності уже в квітні.
ось зразок актуальних тарифів, наприклад, для Інгульського, колишнього Ленінського району Миколаєва. На сьогодні більшість тарифів на комунальні послуги не є економічно обґрунтованими, бо розроблялися ще у 2009 році за інших економічних умов. Вони вже ніяк не обезпечують в повному об'ємі тут необхідний перечень услуг, качество услуг. Не всегда возможно представить периодичность услуг, которая предусмотрена действующим законодательством. То есть предприятие уже исходит от финансовой возможности, а учитывая еще, что не все жильцы 100% оплачивают эти тарифы, то, естественно, ЖЭКам приходится в первую очередь, они выплачивают обязательные платежи, это налоги, электроэнергия, плата контрагентам, это вывоз ТБО, лифты, обслуживание лифтов. Вот. Это в первую очередь то, что необходимо ЖЭКам оплатить, а уже все, что остается, уже ложится именно на обслуживание дома. Порядок формування нинішніх тарифів регулюється постановою Кабміну номер 869. Він затверджує в тому числі і подомові тарифи для кожного домоволодіння. Будуть враховуватися всі інженерні особливості конкретного будинку. Однак з моменту ухвалення постанови у 2011 році справа впровадження подомових розрахунків не зрушила з місця. Хоча самі тарифи давно розроблені і відкориговані. Стоп-фактор у цьому питанні – ціна. В середньому цей тариф буде вищим від нинішніх. Таке непопулярне рішення в минулі роки відкладалося на потім. Як показують розрахунки, проведені вже на сьогоднішній день, незначительно вище нині діючих тарифів. Навіть тих тарифів, які передусматриваються у нас ввести з 1 апреля в зв'язку з зміненням вартості електроенергії на державному рівні. При введенні подомового тарифу буде введений і подомовий учет расхода и прихода денег, то есть поступления денег, и расходоваться деньги, поступившие от этого дома, предприятие будет обязано только на этот дом. Важко спрогнозувати, якими будуть комунальні тарифи, якщо мешканці об'єднаються в ОСББ. Це залежатиме від рішення самих мешканців, які будуть обирати послуги та види робіт. З одного боку, ця організація не є прибутковою, звільняється від 20% податку ПДВ. ОСББ не матиме великого адмінапарату і суттєвих загальновиробничих витрат. Але у законі України щодо створення ОСББ, який набере чинності у липні, є підводні камені стосовно тарифного питання. На сегодняшний день закон несколько сыроват в плане отсутствия практически контроль со стороны органов местного самоуправления за порядком формирования этих цен тарифов на управление, порядком их применения, потому что, как согласно закону, прописано, что это все идет на договорных основах. То есть как жители договорятся с... Договорятся с управляющей компанией, или как вот на ОСББ решат они на собрании, опять-таки, что с управляющей компанией, что с ОСББ. Все вопросы решаются на общем собрании жильцов, співвласників будинку. Наразі ініційоване звернення до Кабінету міністрів переглянути ці проблемні моменти закону, доки є час. Крім того, пропонується раніше розроблені подомові тарифи взяти за основу для розрахунків і у випадку створення ОСББ. Для тих, хто вирішить об'єднатися, мерією і департаментом житлово-комунального господарства планується механізм співфінансування з мешканцями. Для тих споруд, які потребують серйозного ремонту, або 30% на 70%, або 10% на 90%, залежно від конкретного випадку, адже до цього тарифах не були закладені капітальні ремонти споруд. В будь-якому випадку це позначиться і на кишенях мешканців, і на міському бюджеті. Чекаємо розвитку подій. Отже, шановні гості, певне коло проблемних питань було окреслено у перших двох сюжетах. І я думаю, що отримавши по хвилині на початку програми, ви зможете визначитися і з вашою позицією щодо цього, і, можливо, навіть вже почати відповідати на певні питання, які, я впевнений, виникли у наших глядачів. Андрій Миколаївич, будь ласка. Добрий вечір, студія, добрий вечір, телезрителі. Тема сьогоднішнього собрання наша, вона дуже актуальна для всех нас, так как мы являемся жителями домов, многоквартирных домов, очень большое количество. И тематика создания объединения с владельцами многоквартирных домов никогда еще так остро не стояла, как на сегодняшний день, в связи с этим законом.
Я хочу сразу обозначить, что у нас в городе Николаеве 310 СББ создано, 310 СББ функционируют, и страшного в этом ничего нету. Если взять по соотношению по площади, то это порядка 20% по сравнению с коммунальным жилым фондом, хотя коммунальный жилый фонд 3000 домов. Люди могут, и нам необходимо определяться с тем, как мы будем двигаться дальше. Сплошь и рядом идут жалобы на систему обслуживания жилищно-спасательных предприятий. И та форма, которая на сегодняшний момент обозначена Кабинетом министром, Верховным советом, является той прогрессивной формой, в которую необходимо двигаться для того, чтобы мы как хозяева, как собственники жилья понимали, управляли и отвечали за то жилье, которым мы обладаем. Спасибо. Дякую. Будь ласка. Добрый вечер. Свою задачу как спикера партии БПП «Солидарность» я вижу в практической помощи всем жителям города, которые приняли для себя решение объединиться в ОСМД. В чем моя помощь может заключаться? Приглашают на собрание в дома, просят разъяснить некоторые моменты по тонкостям создания ОСМД. Что лучше, управляющая компания или все-таки, если управляют своим домом жильцы? Я предоставляю пакет документов. Если нужна юридическая помощь, оказываем юридическую поддержку и консультируемся с юристами по всем возникшим вопросам. И также дальше сопровождаем путем обращения к депутатам местных советов, если какие-то возникают трудности у жильцов домов, которые создают данную организацию. Спасибо. Дякую. Тут є досить багато людей, які працюють із гарячими лініями, і ось таким чином, як ви, пані Оксано, то, будь ласка, не соромтеся оголошувати телефони, за якими з вами можна зв'язатися, чи адреси, де ви знаходитесь. Наш режисер дасть це на екран для того, щоб люди просто знали, до кого можна звертатися. І, будь ласка, Олександр Володимирович, ваша черга. Добрий вечір. Я все-таки поближе к темі нашої програми. Скажу, что тариф, говоря о тарифах, нельзя говорить много, мало, это какие-то рамки непонятные. Тариф был и должен быть экономически обоснован. Это касается и многоквартирных домов, которые будут в ОСМД, и тех, которые будут в управляющих компаниях. Если в ОСМД сами жильцы, сами совладельцы могут принять оптимальный тариф, то для домов, которые будут в управляющих компаниях. Задача, я думаю, уже как, это задача департамента и отдела цен, рассчитать граничный тариф, который не должен превышать разумные пределы и держать в какой-то мере в узде управляющие компании. И для этого сам департамент будет на страже интересов, конечно же, жильцов. Дякую. И, будь ласка, Михайло. Добрый вечер. Ну, как представитель ассоциации СМД, естественно, я всех всегда агитирую за создание СМД. В нынешней ситуации, в этих законах, которые сейчас были приняты в прошлом году, создание СМД упростилось, форма известная и уже апробированная. Этого не стоит бояться, там много рычагов, как сделать жизнь лучше, не завися ни от кого. Дякую, Михайло Анатолійович. І я хочу надати, будь ласка, Олександру Васильовичу. Так, будь ласка. Я можу сюжет по тарифам прокоментувати? Так, звичайно, для того ж ми їх показували, щоб коментувати. Да, дело в том, что ЖЕКовский тариф, он, во-первых, незаконен и незаконно утвержден. Вот у меня имеется официальный ответ на депутатский запрос Алены Бабак, где все четко написано, что при расчете тарифа нарушено законодательство, и он не подомовой. Это раз. Во-вторых, значит, ЖЭКи у нас, вот здесь все четко написано, что все услуги – это транзитные статьи. То есть ЖЭК чистой воды посредник. Какой может быть экономически обгрунтованный тариф у посредника? Посредник купил какой-то товар или какую-то услугу, там, не знаю, за 100 гривен, допустим, и продал ее за 150. ЖЭКи ничего не делают, как вы знаете, прекрасно. Просто получают деньги. Вот теперь здесь обращение к городскому голове. На 8 листах я бы попросил показать адреса, по которым люди могут прийти, ознакомиться и подписать. Уже очень многие организации общественные и
атошники подписывают этот документ. Именно из-за того, что, как вы знаете, было объявлено, что 26.02 был принят, было повышение тарифа. Поэтому, если тариф экономически не обгрунтован и незаконен, самое страшное, что незаконен, то нельзя его принимать. Поэтому мы здесь настаиваем, чтобы это решение было отменено. Если это решение городским головой не будет отменено, значит, у нас есть все основания пойти в суд. И в суде его, ну, в общем, в суде по Владимир этому тарифу... Владимир Васильевич, однако я все-таки хотел бы обратить ваше внимание на то, что тарифы, безусловно, мы будем сегодня обсуждать, но это все-таки, наверное, побочная тема, а не главная, ибо совершенно правильно было сказано о том, что тарифы они, да, либо большие, либо маленькие, там, это субъективно, а они должны быть, главное, экономически обоснованными, и, может быть, как раз переход к ОСМД и позволит, в общем-то, выйти на некий оптимальный уровень, хотя, опять-таки, тут есть очень много вопросов, и мы еще об этом сегодня поговорим. В то же время мне хочется понять, вот, самый горячий, насколько я помню, Александр Владимирович, самый горячий сторонник, из известных мне, по крайней мере, в студии, вот идеи перехода на ОСМД, по крайней мере, на одной из наших недавних программ, он, в общем-то, практически солировал по этому поводу. Поэтому я хотел бы обратиться к вам, но, впрочем, также к присутствующим здесь руководителям уже существующих ОСМД, с вопросом, вот насколько действительно удается... Еще пока сейчас, когда есть выбор, когда еще можно там вроде бы там с кем-то заключать договора, потому что я понимаю, что в условиях, когда люди вдруг получат себе управляющую компанию, то они уже как бы очень сильно сузят поле своих вариаций. Так вот, насколько сейчас можно действительно добиться выполнения, честного выполнения услуг за честно заплаченные деньги. И туда же, в эту корзину вопрос. Я, как человек, достаточно долго проживший в многоквартирном доме, знаю, как сложно бывает заставить жильцов всех заплатить одинаково. Ну, традиционная история, когда приходят на ЖЭК, на подъезд подключать кабельное телевидение, говорят, там, условно говоря, по 5 гривен с квартиры, всех устраивает. Потом цена растет, говорят, по 10 гривен. Человек 5 говорит, нет, а мы будем платить по 5. Ну ладно, там в конце концов на всех раскидаем по 20 копеек, все хорошо. Потом все платят гривен по 50, а эти все равно платят по 5. То есть, насколько я понимаю, такая история, в общем-то, не исключена и по поводу всего остального. Так вот, пожалуйста, можно, и теоретические, да? И практические советы на эту тему. Вы знаете, Господь Бог как-то очень равномерно распределил людей, не желающих платить за коммунальные услуги во всех домах. Знаете, посещая собрания с жильцами, посещая собрания ОСМД, которые где создаются, всегда на любом собрании находятся эти люди. Без них нельзя, наверное, без них просто нельзя. Но самое интересное, понимаете, психологическая составляющая. Давайте так, вот мы говорим хоть слово «тариф», но для ОСМД это слово не подходит. Закон определяет как внески на утримание будинку. И когда человек говорит, если для некоторых, вот я знаю, присутствующих в зале, это считается, ну, жизненной заслугой не заплатить ЖЭКу в течение 10 лет, и доказывать, что это правильно, и вам положен орден, как минимум, я считаю, что когда формулируется не слово «тариф» и «квартплата», в ОСМД нет этих слов. Нет. Есть слово «внески на утримание будинку». И любой жилец другому может сказать, вернее, співвласник: «Уважаемый, мы с тобой співвласники. Каждый имеет из нас право на собственность, и каждый имеет обязанность ее содержать». Поэтому в ОСМД, поверьте, психологический фактор довольно-таки серьезный. Его надо использовать. Использовать пенсионеров, которые всегда возле подъезда, и которые популярно объясняют своим совладельцам о том, что не могут пенсионеры содержать всех остальных. Сейчас, секундочку, Михаил Анатольевич, как практикующий председатель ОСМД? Ну, таких ситуаций в ОСМД, к счастью, практически не бывает, когда кто-то из жильцов хочет платить меньше, чем установило общее собрание. Взносы, размер взносов формируется общим собранием. Они принимаются, закон требует ежегодно. Скажем так, не все объединения это соблюдают. Бывает, что у них взносы приняты там, на 2-3 года, и они не пересматривают их. Но это их как бы дело. Но не бывает такого, как правило, не бывает такого, что общее собрание установило
размер взноса, например, 2,20 квадратный метр, а кто-то говорит, нет, а я буду платить по-старому 1,80 гривен. Такого практически нет. Рычаги влияния на неплательщиков такие же, как у нас в СНД, такие же, как и в ЖЭКах, только судебное разбирательство, других вариантов нет. Но, в принципе, как уже коллега сказал, психологическая ситуация, психологический настрой жильцов в домах ОСМД и в ЖЭКовских сильно отличается. Сейчас, секундочку, я хочу послушать Владимира Николаевича. Все-таки мы вот идем, давайте по логике. Александр Васильевич, у вас будет 2 часа еще почти высказаться. Сейчас, подождите, пожалуйста. Владимир Николаевич Катуков. Добрый вечер всем. Я хочу привести пример или рассказать об ОСМД, тоже вот как Ирина показывала, где-то 10 лет назад мы создали ОСМД. Одни из первых в городе, и начинать было тяжело. Если говорить по должникам, то практически ситуация мировоззрения жильцов меняется в течение первого полугода, там 8-9 месяцев. Когда люди начинают видеть, что их взносы идут именно на их дом, а не абстрактно куда, когда они видят, что что-то стало меняться в лучшую сторону, они увидели какие-то движения, то они начинают поддерживать. Меняется мировоззрение, и люди как бы становятся, кто был даже против, они становятся на сторону СНД. Что касается должников, если сравнить, вот когда, особенно сейчас сталкиваешься, последние 2-3 года, когда создается ОСМД и дом переходит на самоуправление, есть сведения по должникам ЖЭКа. Ну и видишь, каждый раз получаешь справку о том, что дом должен там много-много задолженности по квартплате. Если посмотреть, и кто-то проведет анализ, что происходит через год в ОСМД, ну, правильно сказал Александр Владимирович, в каждом доме может найдется один человек. Ну, я так беру по статистике, на ОСМД всегда найдется какой-нибудь один человек, который что-то хочет там вымутить себе. Иногда это бывает просто нет возможности у человека заплатить, но через год все равно он оплачивает. По практике, за все свои ОСМД, которые я веду, один раз мы обращались в суд, и один раз, ну, сейчас сразу выносится судебное решение в пользу ОСМД, что должник должен заплатить. Практически на стадии подготовки документа для обращения в суд или первая повестка к должнику, и долги закрываются сразу. Есть еще очень хороший метод, когда сами жильцы начинают подходить к своему соседу и говорят: «Дорогой сосед, мы живем, правильно, говорит, в одном подъезде». Но ты же не Леня Голубков, ты же не халявщик. То есть это меняет позицию. Меня иногда спрашивают, как вот, ну, с теми людьми, которые там ведут аморальный образ жизни или там не... Вот был, на примере был, ну, такой сосед. Он просто сказал: да, с другими организациями у меня долги, и это мои проблемы. С соседями я ругаться не буду. И заплатил все от начала. Хотя знаю, что по остальным организациям у него есть долги. Спасибо, Александр Васильевич. Только если можно, не очень длинно. Я коротко, значит. Вот мы и пришли. Пожалуйста, обратите внимание. Вот ключевой момент. Люди платят тогда, когда видят, что что-то делается. А когда 10 лет ЖЭК ничего не делается, в законе четко прописано. Сначала работа, а потом оплата. Вы же когда по электрическому счетчику получаете у себя, допустим, 100 киловатт, вы конкретно заплатили за 100 киловатт. А если ЖЭК вам ничего не делает, за что платить ему? А если люди видят, что что-то сделано, вы же приходите в магазин, вы же буханку хлеба покупаете и платите деньги. А если вы буханку не берете, вы же не платите деньги. Спасибо. Можно спасибо. Ответить? Да, конечно. Вы понимаете... Как вы определяете, что ЖЭК ничего не делает? Критерий. У вас работает, не перебивайте, пожалуйста, у вас работает лифт, вам подается вода, вам подается тепло, освещается подъезд, метется двор, вывозится мусор. Что ЖЭК не делает? Я не понимаю. Мы с вами регулярно сталкиваемся с одним и тем же вопросом. Я не любитель ЖЭКов, давайте. Но так подходить тоже нельзя. Это некорректно, про буханку. Это все равно, что вы ее пришли в магазин и съели. И говорите: а я не ел. Тот же самая ситуация. Александр Васильевич, давайте мы все-таки не будем углубляться в тему, которая имеет к нам через
4 месяца, да, если не ошибаюсь, она вообще перестанет нам иметь какое-то отношение. Поэтому тарифы меня интересуют не в разрезе того, как было плохо, а в разрезе того, не перекочуют ли вот эти вот ужасные, несправедливые тарифы в нашу новую жизнь. Но, Александр Васильевич, у вас еще будет возможность высказаться. Пожалуйста, Олег Мудрак и Игорь Пух. Да. Я хотел бы добавить по теме то, что сейчас освещали, присутствующие в студии знают, и это было сказано в сюжете. Тариф ЖЭКа – это 9 услуг. 9 услуг, которые прописаны в договоре. Я специально попросил Александра все их перечислить, потому что на каждой программе, когда мы только-только касаемся хотя бы вскользь этой темы, обязательно возникают разногласия. Поэтому в данном случае вот мы специально начали с этого. Да, это 9 услуг. И вот вы правильно говорите о том, что вот если из 9 услуг не оказывают ЖЭКу ту или иную, или плохо оказывают услугу, это является прецедентом для того, чтобы там, в общем-то, какие-то уже вступать в дискуссию с ЖЭКом, да, совершенно полностью согласен. Он очень, знаете, болезненно у очень многих жителей города, еще переходящая эта болезнь из Советского Союза, когда они ждут от ЖЭКа, что ЖЭК придет, капитально отремонтирует крышу, что ЖЭК придет, швы межпанельные, да, заделает, что ЖЭК придет, еще массу чего сделает, вплоть до установки детской площадки. Ну, забыть пора, да, Советский Союз прошел, и, знаете, вот это болезненное тоже восприятие, когда собственность – это хорошо. Собственность, помимо льгот, несет еще и обременительные моменты, связанные с ее обслуживанием и содержанием. Да, и надо понять, что если 9 услуг вас не устраивает их качество, объединяйтесь в ОСМД, выбирайте правление, делегируйте полномочия правления, выбирайте тех людей, которым вы доверяете. Смотрите на уровень состояния своего дома, устанавливаете на год такой тариф, через год улучшилось состояние дома, понижайте его. Либо 2-3 года держите такой же тариф, делайте какие-то капитальные запасы на будущие проблемные моменты. Надо понять одно, что житель многоквартирного дома, собственно, ничем, ну, во многом не отличается от жителя частного дома. И тот, и другой является собственником недвижимости. Только собственник квартиры – это несколько ущербная собственность, которая состоит в составе многоквартирного дома. Во всем остальном они равны. Собственник частного дома метет прилегающую территорию, ставит, к сожалению, уж так получилось в нашем городе во многом, да, это наружное освещение, калитки, в общем, облагораживает свою территорию и при этом никого ни о чем не просит. Но при этом точно так же, как и житель многоквартирного дома, является субъектом, который формирует доходную часть бюджета. И вот эти диспропорции, их надо нивелировать и уходить в ту плоскость, о которой мы говорим в этом студии. Михаил Затухин, я вижу готовность сказать, но давайте после Игоря Пуха. Игорь, пожалуйста. А тут у меня уже возникло несколько вопросов, на которые, я надеюсь, ответят. Кстати, Оксана, я думаю, что вы, если вам будет что сказать, вы не забудете о том, что это надо делать немедленно, как только вам этого захочется. Пожалуйста, Игорь. Спасибо. Ну, у меня два вопроса, связанные как раз с тарифами, либо с тем, что будет называться тарифом, по-другому немножко. Ну, первое. Прошу специалистов прояснить, вот субсидии будут распространяться на то, что будет по-другому называться вместо конечно, тарифа? Даже на сегодня. Подождите, подождите. Я задам вопрос, и потом. Вот, потому что для людей все-таки это важно. Да? И второе, может быть, более расширенное. Многие люди знают, что тарифы на тепло, на газ, на воду, в частности, отличаются для населения и для предприятий. При создании ОСМД это будет юридическое лицо. Вот. Так вот, вопрос заключается в том, каковы будут тарифы для предприятий, либо как для населения при создании ОСМД юридического лица. Спасибо. Разрешите, я отвечу. Льготы и субсидии в ОСМД остаются в полном объеме. Дело в том, что льготы и субсидии, этот вопрос возникает практически на каждом собрании по созданию ОСМД. Льготы и субсидии – это государственная поддержка конкретных людей. И государство, по большому счету, все равно, кому платить за этого человека. Сейчас они платят в ЖЭК, при создании ОСМД они платят в ОСМД. ОСМД регулярно получают субсидии, льготы, отличное отношение с управлениями соцвыплат, то есть проблем никаких не существует. Это по первому вопросу. По второму вопросу то же самое. Все тарифы, которые предоставляются, все коммунальные услуги, которые предоставляются ОСМД, предоставляются по тарифам для населения. Это четко прописано, и в принципе проблем пока никаких не было ни разу. Спасибо. Вы что-то хотели, Оксана, добавить?
поводу тарифов? Ну, не по поводу тарифов, а, собственно, по поводу того, что ждет льготчиков, тех, кто получает субсидии и так далее. Отвечено на этот вопрос, то есть льготы все будут сохранены и перечисляться на расчетный счет ОСМД. Тоже задается этот вопрос каждый раз на каждом собрании, всегда успокаиваем людей. Говорим о том, что ОСМД – это не прибыльная организация, то есть тариф, который будет платиться как коммунальная услуга, да, он не будет себе содержать ни НДС, ни налога на прибыль. То, что касается любого другого управления, это, допустим, частная управляющая компания, либо управитель, которого жильцы выберут на свое усмотрение, то это будет в любом случае прибыльная организация, и люди будут платить те же самые коммунальные услуги, просто плюс еще налоги и доходная часть этой управляющей компании. Поэтому ОСМД в этом случае наиболее правильный выбор. Хорошо, сейчас я хочу уточнить. Ну, как бы пока все вокруг колхозное, все вокруг мое, вот мы куда-то платим какую-то корзину. Льготы, не льготы, обманули нас, как обычно, в ЖЭКе, услуга некачественная или вообще не оказали. Ну, где-то там все сфокусировалось и поделилось. Тут все будет видно. ЖЭК, ну или ЖЭК ОСМД, это вот только те люди, которые там есть. Если кто-то платит меньше, вот по льготам, да, то остальные приходится за него платить больше? Или я что-то неправильно понимаю? Нет. Они же получают эту субсидию и все. А льготы? Они платят свою часть, которую вот они должны платить. А остальное ОСМД доплачивает государство? Андрей, пожалуйста. Да, компенсирует. Насчет ОСМД поступают из государства. То есть, если должен человек заплатить 10 гривен, по льготе он должен заплатить 7 гривен, то 3 гривны доплачивают на счет ОСМД. Напрямую. Хорошо, спасибо. Тогда, пожалуйста, здесь. Андрей Николаевич, насколько помню, будучи в ипостаси 10 лет депутат городского совета, знаю, что в департаменте в свое время активно развивалась тема и функционировал некий институт подготовки управляющих кадров для председателей ОСНД, с тем, чтобы те ОСНД, которые создаются в домах и не могут предложить своего квалифицированного председателя, могли бы привлекать их извне. Хотелось бы поподробнее о том, что за эти годы наработано, функционируют ли сейчас эти курсы, или как мы это назовем, да, там, подготовительные, и что вы можете предложить городу, в котором все хронически говорят о безработице, а 3600, грубо, домов девятиэтажных требуют каждый как минимум по одному председателю. Спасибо за вопрос. Действительно, у нас была и функционировала система поддержки и подготовки кадров. За счет городского бюджета было подготовлено 144 председателя, члена правления, инициативного человека по предмету и по направлению управления домом. Данная программа продолжается. Буквально мы сегодня проводили встречу с руководителем факультета подготовки государственной службы в университете имени Петра Могилы о том, чтобы уже подготовлен учебный курс новый, с целью того, чтобы мы в ближайшее время, опять же, провели обучение двух групп, потому что мы вот первые две группы – это люди, координаторы, те люди, которые будут давать соответствующее разъяснение. Потому что на данный момент появилось очень много обращений людей, которым необходимо разъяснить, как это быть, как делать, как поступать и прочее. Поэтому мы сейчас подготовим эти две группы людей с представителей городских властей, с представителей администрации районов, политических сил, жилищно-эксплуатационных предприятий, которые могут оказывать подобные услуги, для того, чтобы давать соответствующие разъяснительные работы. А также у нас уже есть определенные заявки людей, которые хотят получить это образование, и дальше мы будем также сами проводить обучение людей с тем, как управлять домом и с чем мы будем сталкиваться. Андрей Николаевич, очень коротко, пожалуйста, каков алгоритм вот попадания на эти курсы? Да. Как людям найти вас, куда обратиться, там, где дом хочет, а не имеет потенциального председателя? То есть обращение в администрацию, обращение в департамент жилищно-коммунального хозяйства, на городского голову, о том, что у нас есть такой человек, который хочет получить образование,
И этот человек уже заводится в заявку, потом с ним будет проведена соответствующая предварительная беседа о том, с каким намерением он хочет туда пойти, есть ли резон, потому что это все-таки использование бюджетных средств. И после этого человек был зачислен в ту группу в соответствии с... Спасибо, господа, у нас есть звонок зрителя, поэтому очень коротко Михаил Золотухин, которому обещал слово еще до звонка, а потом послушаем зрителя. Пожалуйста, Миша. Безусловно, фонд развития города Николаева также помогает созданию ОСМД, но я хотел бы обратить на другой аспект. Я прекрасно понимаю, что 1 июля все дома не перейдут в ОСМД и останется все-таки те дома, которые, ну, скажем так, консервативная часть. И вот, насколько я знаю, в Николаеве была одна из таких практик проведения конкурсного выявления поставщиков услуг на содержание домов придомовой территории. Хотелось узнать у департамента, будет ли трансформироваться конкурс на выявление этих, скажем так, бывших ЖЭКов, на выявление этих самоуправляющих компаний, а если будет, такой процедуре? Да, Андрей Николаевич, пожалуйста, давайте ответите после звонка, пожалуйста, запомните вопрос. Уважаемые зрители, говорите, пожалуйста, вы в эфире. Алло? Да, добрый вечер. Алло, добрый вечер. Да, добрый вечер. Значит, такой вопрос. Вот то, что вы сейчас говорите о расценках, это, я так понимаю, касается просто услуг, тех услуг, за которые мы сейчас платим в ЖЭКе. А вот если мы организуем ОСМД, как будет происходить оплата «Воблэнерго», «Николаев Водоканал»? Кто будет оплачивать? Непосредственно каждый житель будет заключать договор или же это будет заключать управляющий ОСМД? А что делать с людьми, у которых сейчас, на сегодняшний день, долги по «Облтеплоэнерго» 10 тысяч гривен. Кто будет оплачивать эти долги? Как вот в таком случае? Это один вопрос. И потом, хотелось бы получить больше такой информации по жизни. Допустим, мы организовали ОСМД. Что такое слесарь? Что такое электрик в данном случае? Это как? Мы со стороны их берем. Мы их сами назначаем, сами определяем им зарплату. Кто вот этим вот всем будет заниматься? Вот, пожалуйста, объясните так. Спасибо большое. Тут уже практически половина наших участников кивает головой. Так что, Андрей Николаевич, пожалуйста, ответьте на вопрос Михаила. И дальше, я думаю, что здесь уже есть все, кто может присоединиться и к ответу на вопрос зрительницы. Пожалуйста. Хорошо. По вопросу Михаила, действительно, у нас было предусмотрено конкурсный отбор на услугу по содержанию дома. И законом 417.19 это само прописано, что выбор людей, которые не определились с формой управления, а повторю, что люди могут выбрать две формы управления, это создать ОСББ, либо самостоятельно выбрать себе управляющую компанию. Если до 1 июля не будет избрана ни одна, ни вторая форма, тогда управляющую компанию назначают органы местного самоуправления на конкурсных основаниях. Что касательно самого конкурса, то там есть действительно очень много сложностей, потому что в законодательном поле эти моменты не доработаны. Как уже звучало сюжета, оплата за услугу по управлению на договорных основаниях. Кто с кем будет договариваться? Городские власти с управляющей компанией или люди с управляющей компанией, которую назначил город? И второй момент, опять же, проведение этих самых же и расчетов, и проведение конкурса, и какое положение к управляющей компании, и какие к ней требования к этой управляющей компании. То есть на сегодняшний момент по законодательному уровню вот эти моменты отсутствуют. И мы ожидали соответствующие разъяснения и документы со стороны центральных органов власти, потому что в законе прописано, что эти все моменты должны быть изданы Кабинетом министра Украины. Их пока нету. Если их нету, то нам придется на местном уровне депутатским корпусом вырабатывать и принимать соответствующие временные положения. А вот представьте себе, да, вы принимаете решение депутатским корпусом, люди начинают работать по этому принципу, а через неделю приходит решение Кабмина, например. А уже договора заключены, а уже поставщики услуг выбраны. А правила резко поменялись, как у нас это всегда бывает. И что вы будете делать? Это все необходимо учитывать непосредственно в самих уже договорах и в самих условиях конкурса. Потому что если будет изменение на законодательном уровне, не может быть решение сессии выше, чем постановление Кабинета министров Украины, либо закон Украины.
Поэтому здесь уже этот момент надо учитывать непосредственно при разработке данных положений, данных нормативных документов. Ой, как-то все темновато это получается. Миша, пожалуйста. Обратите внимание, что почти уже 8 лет закон требует, чтобы у нас были подомовые экономически обоснованные тарифы. И, конечно, во многом говоря, можно делать, как исторически сложилось, но все-таки, может быть, стоит сейчас, чтобы пройти ту самую процедуру появления этих самых экономически обоснованных подомовых тарифов. И, в принципе, если мы их не пройдем, то мы и дальше будем углубляться в эту непонятную ситуацию. Это как раз то, о чем говорит Александр Васильевич, о чем, понимаю, готов сказать Виталий Степанович. Собственно говоря, и то, что действительно меня, как ведущего, интересует в разрезе этой программы. Очень может оказаться, что люди, а мы знаем, какая, насколько инертна у нас большая масса наших сограждан, ничего не будут делать. Они получат себе управляющую компанию с монопольным правом формирования тарифов, а вырваться из этих цепких объятий им уже не удастся. Пожалуйста. Вы как-то так мрачно описываете эту ситуацию. А у нас есть поводы для оптимизма? Конечно, есть. Я считаю, что, во-первых, этот закон развязывает рынок жилищно-коммунальных услуг. У нас исчезает с 1 июля, раз мы уже цепляемся за это слово, монополист. Закон дает право любому співвласнику, ну вернее ОСМД, организованному співвласнику, выбрать себе этого поставщика услуги на договорных началах. Те, которые занимают маргинальную позицию, о которой вы говорите, то, конечно, за них вынужден думать город. А чтобы ответить... А есть у нас на сегодняшний день такие поставщики? Ну, вот этот рынок, он существует? Вот смотрите, сегодня 17 ЖЭКов существует. Не-не-не, рынок поставщиков. И половина из них принадлежит одному человеку. Давайте без личностей. Не, ну я же фамилию не называю. Существует 17 ЖЭКов, давайте. Нет, так подождите, это не рынок. Ну, дайте я мысль доскажу. Каждый ЖЭК это определенное. Ну, говорим пока домов. О ЖЭКах, да, вот о ЖЭКах. Определенное количество домов. То есть человек, проживающий в Ингульском районе, не может себе выбрать ЖЭК, который всем в Лесках располагает. На сегодняшний день, ну, с 1 июля. Да. Ну, давайте уже тогда проведем маленький ликбез. Давай. Закон определил, что к 1 июля есть же совладельцы, которые организуются в ОСМД. Они сами живут своей жизнью, все понятно, для них есть закон об ОСМД. Они вправе сами хозяйствовать, все, мы о них забыли. Второй вариант закон предлагает, если, как вы говорите, вариант жителей Ингульского района захотят себе выбрать поставщика услуги по управлению, назовем это так, закон описывает эту ситуацию. Есть общее собрание, на котором 75% совладельцев имеют право напрямую выбрать себе управляющую компанию. Так я спрашиваю, где эти управляющие компании? Из а кого подождите, выбирать? Будет из кого? Конечно, будут. Ты что, закона нету? Так, нет, и подождите, может быть не будет, когда все начнется. Как они появятся Давайте. Через несколько месяцев? Вдруг появятся рынок? Появятся. Если не появятся. Хорошо, как минимум. Вот теперь об этом и говорит. Они появятся с июля. А как люди будут знать, кто из них хорош, а кто нет? Если в законе предусмотрено поменять такую компанию только через какого-то чиновника. Да нет, это вы неправильно поняли. Для тех, кто ничего не выберет, вот там закон обязывает органы местного самоуправления провести конкурс, не чиновник, будет конкурсная комиссия. На не... Какие откаты? Как да есть 631-е постановление Кабмина, которое слово в слово выписывает. Есть. Да, и уголовное право есть. Вы очень пессимистично смотрите на жизнь. Подождите, пожалуйста, так, у нас есть звонок зрителя, у нас есть лес рук, у нас есть неговоривший еще Давайте, Алексей Кочубей. По звонку. И есть неотвеченный вопрос зрительницы. Звонок. Пожалуйста, да, Александр. Для неотвеченного звонка. Виталий Иванович, я сейчас выйду из класса. ОСМД это не есть форма собственности. Правильно? ОСМД это есть форма управления. Потребителями услуг, которые перечисляла уважаемая девушка, которая звонила, являются сами жильцы, физические лица. ОСМД не пьет воду, ОСМД не... Ну это ж не... ничем он не пользуется. Потому хочу всех успокоить. Все договора, все абонентские книжечки на предоставление услуг, такие как свет, вода, газ и тепло остаются у жильцов. А услуга, которую предоставлял ЖЭК по содержанию домов и утриманию придомовой территории, это уже определяется, это есть услуга управляющей компании. И плюс вводится, ну в первом чтении приняли закон о жилищно-коммунальных услугах, и там уже введено понятие управления. И вот эта составляющая будет так же само оплачиваться. То есть два тарифа. Так подождите, объясните мне, пожалуйста, вот у человека 10 тысяч долга за тепло.
А дом как бы уже это некая совокупность всего, что в нем находится. Давайте. И оно уже... Я всегда... И берут и отключают дом. Я понял. Нет, человека. Вот вы глубоко ошибаетесь. Мы не живем в годы немецко-фашистской оккупации. У нас не расстреливают заложников, понимаете? У нас нет коллективной ответственности. Каждый жилец несет ответственность за свои поступки. Так же самое, как неправильно понимают, что долги ЖЭКа перейдут на ОСМД. Не перейдут. У ОСМД не есть правоприемник какого-то. То есть можно ЖЭКам ничего не платить? Я этого не говорил, это ваше слово. Не, ну я говорю не лозунги. Вопрос, можно ли что-то получить от ЖЭКа? Если ничего не платить, тем более ничего нельзя. Хорошо. И самое страшное, что вот девушка звонила, в голове полная неразбериха. Были употреблены слова тариф, квартплата, расценки, я не знаю. Уже сколько названий есть, закон об СНД говорит четко и понятно. Взносы на утримання житлового будинку і прибудинкової території. Взноси. І тут же закон говорить о том, что эти взносы устанавливаются общим собранием, принимаются большинством не менее чем 2/3 поименным голосованием и являются обязательными. Михаил, пожалуйста, короткое дополнение. Подождите, у нас зритель с трубкой сидит. Михаил, дополнение, коротко, чтобы закончить вопрос. Дополнение на вторую часть вопроса по поводу электрика, сантехника. Да, вы нанимаете этих людей сами. Вы определяете им зарплату сами, как договоритесь. По электрику есть требования, как везде, ко всем электрикам, у него должны быть документы к допуску с работы электриком. По слесарю сантехнику, если он внушает доверие как квалифицированный специалист, значит вы его и наймете. На каких условиях? На условиях штатов, примите его в штат, на условиях договора трудового, на условиях договора подряда, если он частный предприниматель, вы будете решать самостоятельно. У нас еще есть сюжет об этом, но давайте для начала, господа, я всех вас вижу, давайте послушаем нашего зрителя. Он терпеливо дожидался своей очереди. Говорите, пожалуйста, вы в эфире. Алло. Добрый вечер. Добрый вечер. Александр Владимирович, к вам вопрос такого плана. Как мы можем говорить о заключении прямых договоров по воде, теплу с абонентами ОСНД, если еще не вышел закон о ЖКХ? Раз. Закон о ЖКХ не вышел еще. Нет. Депутатами. Вот. В первом чтении он утвержден. Если закон 417-й будет внесены изменения с года до двух срок действия ввода этого закона с 1 июля 2016 года на 1 июля 2017 года. Как будет дальше у нас складываться ситуация? Спасибо. Почему складывается ситуация с задолженностью по выплате льгот и субсидий ОСНД? Спасибо большое. Спасибо. Спасибо. Я опять попрошу нашего режиссера дать 10-минутный тайм-аут для звонков, потому что иначе мы не успеем, вопросы сложные, не успеем на них ответить. Алексей Кочубей после Александра Владимировича. Пожалуйста. Александр Владимирович, вы готовы были отвечать? Сейчас. По льготам и субсидиям задолженности. Ну, как ну хорошо, тогда Алексей Кочубей. Да. Алексей. Мне кажется, что у зрителя может создаться впечатление, после того, что происходило, звучало в студии, что с 1 июля альтернатива перед владельцами квартир сводится исключительно к варианту создания ОСМД, либо этому дому будет назначен насильственный управляющий. Ну, естественно, все присутствующие в студии знают, что это не совсем так, но я беру на себя право углубиться. Так вот, с 1 июля альтернатива примерно из четырех позиций. То есть первая позиция – это право создания ОСМД. Вторая позиция – это на общем собрании жильцов самостоятельный выбор управляющей компании, либо управляющего частного предпринимателя. Третий вариант – если этого не произойдет, действительно таковой управляющий будет назначен местным органом власти. И присутствует четвертый вариант – именно самоуправление без создания юрлица жилым домом. Этот вариант, о котором очень мало говорят, однако, тем не менее, закон его предполагает. Этот вариант очень удобен для домов с небольшим количеством квартир. То есть, зачем дому, в котором, там, скажем, 5 квартир, создавать отдельное юрлицо, когда закон позволяет и предполагает такую форму
без создания ОСМД самостоятельно заниматься управлением собственным домом, то есть тогда не нужно вести бухучет, не нужно создавать юрлица, тогда, условно говоря, не нужно брать на работу уборщицу, например, жильцы могут договориться о том, что они по очереди убирают свой дом. То есть теоретически такая форма, конечно же, будет работать только в применении, как я уже сказал, к малоквартирным домам, однако она имеет место быть оговорена и присутствует в законе. Теперь непосредственно по поводу темы ОСМД. Я скажу о том, что я являюсь безусловным сторонником темы ОСМД. Вместе с тем, я благодарен Олегу Мудрику за вопрос, который он озвучил, и тему, которую он поднял. А именно вопрос по поводу формирования органами власти, управляющих для ОСМД. Мне кажется, что на сегодняшний день, в сегодняшних реалиях, дискуссия о том, что хорошо ли ОСМД или не очень хорошо, практически равна дискуссии о том, что кем лучше быть, частным предпринимателем или наемным работником. То есть плюсы того, чтобы быть частным предпринимателем, с одной стороны, очевидно, это возможность большего заработка, это самостоятельность, свободное время, вместе с тем это риск. А плюсы наемного работника также очевидны. Это гарантированный заработок, там и прочее. Но, однако, это и ущемление в возможностях. Так вот, мне кажется, как я уже сказал, о том, что в сегодняшних, подчеркиваю, реалиях ОСМД вот сродни вот этому походу в частное предпринимательство. Несмотря на то, что сама по себе идея ОСМД, она реализовала себя во всем мире, и ее преимущества очевидны. Однако, с моей точки зрения, при отсутствии толкового руководителя в ОСМД перспективы его благополучного самостоятельного плавания представляются достаточно печальными. Поскольку, вот, например, конкретная ситуация, которую я, допустим, наблюдал, когда жильцы 50-квартирного дома, имея, зная о том, что с 1 июля их, возможно, насильственно куда-то загонят, пытаются самоорганизоваться, пытаются что-либо сделать. Вместе с тем, ни одного человека среди них, владельца 50 квартир, не находится желающего возглавить это ОСМД. То есть его просто нет. Не говоря уже о том, что если такой человек возникнет, вполне возможно, что перспектива управления им, этим ОСМД, закончится для дома, скажем так, достаточно печально, потому что человек, не имеющий опыта, то есть, во-первых, совершенно точно понятно, что этот человек должен данную работу иметь своей основной работой. Он не может ей заниматься по совместительству. Если этот человек берется за эту работу, то возникает вопрос, а почему он себя не реализовал в других местах? Может быть, у него недостаточно опыта? А если у него недостаточно опыта, то, соответственно, результаты его экспериментов в этом ОСМД, как я уже сказал, могут быть печальны. Поэтому вот тематика подготовки руководителя для ОСМД мне представляется весьма позитивной и весьма нужной для того, чтобы эти ОСМД, которые создавались и которые отправлялись, как я уже сказал, в свободное плавание, имели возможность в этом плавании не утонуть. Спасибо, Александр Васильевич, если можно коротко, чтобы мы не потеряли суть вопроса и на него ответили. Пожалуйста, Александр Васильевич. Я очень коротко хочу добавить. Совершенно верно. В этом законе рассматриваются 4 формы управления. 2 формы ОСМД, и когда после 1.07 придет управляющий, это формы, из которых уже назад уже никак нельзя убежать. А вот 2 формы... Александр Васильевич, я прошу прощения, господа, у нас везде тут микрофоны, и как бы тихо вы ни говорили, вас ловят. Поэтому давайте как-то все говорить по очереди. Александр Васильевич, пожалуйста. Значит, вот 2 формы управления, ОСМД, и когда придет управляющий от власти, а вы представляете, какой от власти может управляющий прийти, вот эти вот 2 формы уже назад вы никак не убежите. А вот 2 формы, которые еще позволяют, это собрание совладельцев, и совладельцы могут назначить себе своего управляющего. Вот эти 2 формы в любой момент можно перескочить на ОСМД. Вот из этих 2 форм
можно в любой момент перескочить на ОСМД. Это вот спасибо, да. Ну вот теперь так, тогда я прошу экспертов не поднимать руки, хотя бы пока ответят все гости, потому что мы уже достаточно вопросов им задали, тема серьезная, я бы хотел получить от них максимально полные и конкретные ответы. Пожалуйста. Да. По поводу обучения людей, которые, допустим, если в ОСМД есть человек, если он есть, да, и он не уверен в своих силах, ему хочется обучаться, и он должен правильно управлять ассоциацией, да, своей. 18 марта вот было при горсовете проведен день открытых дверей, где всем было озвучено, что каждую пятницу с 10 до 12 в актовом зале департамента ЖКХ будут проводиться семинары для председателей будущих ОСМД, где подробно специалистами будут озвучены все нюансы, тонкости этого вопроса. Если же этого будет недостаточно, есть общественные организации, такие же, как вот, БПП «Солидарность», к которым можно обратиться, и мы окажем еще раз поддержку и помощь в этом вопросе. То есть вместе разберем все моменты, которые могут интересовать председателя ОСМД. Спасибо, Александр Владимирович. Я понимаю, что сколько юристов, столько и изменений по закону, да? Ту четвертую форму, как вы ее назвали, да, она возникала в обсуждении закона. Она рекомендовалась в какой-то мере. Но законодатель решил, что ее не будет. И во всех методических разъяснениях, то, что связано с ОСМД, поверьте, мы этим занимаемся, ну, день в день. Такого не надо. Людей не надо заводить в тупик, уважаемые. Придумывать какие-то формы. Есть только форма управления ОСМД, или если вы не в состоянии этим заниматься, за вас выберет город. Все. То, что вы придумываете, это все из раздела «не платить ЖЭКу». Вы ищете любые пути. Давайте вот поверьте, у вас откроем, очень... Закон откроем, там всего лишь 13 откройте, статей. Откройте, вот он лежит, вот он лежит. И если вы мне найдете пункт, что можно собирать деньги в баночку и платить в многоквартирном доме, я... Хорошо. Хорошо, пока Александр Васильевич читает, Александр Андрей Николаевич, давайте, почитайте, почитайте, девятую статью прочитайте. Вопрос зрителя был. Да, пожалуйста, да. Пожалуйста, вот запоминайте то, что спрашивают, потому что тут у нас, я же говорю, мы не столько, бывает иногда эмоциональная передача, тут мы говорим о конкретных, очень важных вещах, поэтому, пожалуйста, будьте максимально конкретны. Прозвучал вопрос у зрителя в отношении того, что нету закона о жилищно-коммунальных услугах, а, соответственно, каким может быть взаимоотношение между тепловиками, водоканалами и прочим. У нас действует закон о жилищно-коммунальных услугах, его никто не отменял. Кроме того, есть все соответствующие постановления Кабинета министров, постановы НКРЕ, которые регламентируют поведение и взаимодействие между исполнителями, поставщиками с потребителями. Поэтому здесь нет никакой законодательной пропасти в этом плане. И договора, которые действуют на сегодняшний день между потребителем и тепловиком, либо Облэнерго при создании СББ, он не аннулируется, он продолжается. Как уже было указано, ОСББ начинает свою работу с чистого листа, с нулевой задолженностью перед поставщиками услуг ПТБО и прочим. Дальше уже работа непосредственно между самими жителями и ОСББ. Понимание и важность того, как в этом плане работать. И здесь вот прозвучала небольшая вот ремарка, связанная с обучением, да, там и консультаций. Да, действительно, мы озвучили и мы будем проводить такие мероприятия в конференц-зале департамента ЖКХ «Адмирал Макарова 7» каждую пятницу с 10 до 12 с тем, чтобы можно было обмениваться мнениями, и те люди, которые приходят, получают соответствующие такие консультации. Так же, как мы будем проводить обучение этих людей. Кроме того, на сегодняшний момент уже нами была подготовлена и распечатана первая партия таких вот брошюр, афиш для того, чтобы понять, с чего начинать. Вот она в таком формате, вот она смотрится здесь. Есть как бы доступная информация о том, что такое СББ и как с ним работать. Также на обратной странице указаны консультационные центры, которые были на момент печатания этой продукции, с тем, чтобы можно было, куда можно обращаться, кроме как департамент ЖКХ, либо ассоциация СББ. Я думаю, что мы еще дальше подготавливаем дополнительные
информационные материалы для того, чтобы люди могли ознакомиться с этим. Также есть сайт Николаевского городского совета, подраздел ОСББ, в котором так же самое обновляется информация. Кроме того, там есть люди, которые прошли соответствующее обучение, готовы предоставлять услуги по управлению и консультации для тех домов, которые создаются и хотят понять, как его, и для той категории, где нету человека, который может взять на себя вот эту функцию, то же самое, они могут создать правление, а управляющего, например, взять человека, который уже прошел соответствующее обучение, имеет соответствующий сертификат. Судя по тем страстям, которые бурлят вот вокруг Александра Васильевича, то я он полагаю, хоть и закон прочитает на месте. Я полагаю, что ему впору у себя там в своем волонтерском центре издавать брошюру, что такое СББ и как с ним бороться. Пока далее, пожалуйста. Вопрос к вам. Вот у вас сейчас по-своему уникальная ситуация. Вы, депутат городского совета, представляете гилку законодательную в городе и одновременно представляете исполнительную гилку, это замдиректора департамента ЖКХ. Если использовать это соединение в благих целях, это замечательная вещь. Вопрос в чем состоит? Ну, мы понимаем, что как бы не пугали 1 июлем и вступлением в силу закона народ, он все равно остается инертным и, наверное, процентов 10-15 до 20 лишь только делает реальные шаги. Вот вы, как депутат городского совета, как председатель постоянно действующей депутатской комиссии, прорабатывали ли вы или прорабатываете ли сейчас методы какого-либо поощрения для тех коллективов жильцов, которые решили объединиться в ОСМД. О чем я говорю? Раньше работала норма закона, которая говорила о том, что город должен передать капитально отремонтированный дом, да, на баланс ОСББ. Сейчас эта норма не работает, но город, я думаю, в рамках своих полномочий может создавать некие программы преференций для тех, кто объединяется в ОСББ. Ведется ли работа в этом направлении? Если да, то о чем она? Ну, это один из подразделов программы реформирования, и в этом году остается в силе, называется, мы ее так называем 10 на 90. 10% вносят жильцы, 90% дает городской бюджет. Но это только для тех домов, это осознанное решение, где создано ОСМД, и мало того, дом взят на баланс. Если люди создали ОСМД, не взяли его на баланс, это общественная организация, который может просто загибать пальцы, что им не сделали. Если люди действительно ответственны за свое жилье, город готов идти им навстречу. Если в прошлом году было около, больше 2 миллионов на это было потрачено, 3,5, вот, Андрей Николаевич, в этом заложено 6 миллионов. Но вы вот популярнее для людей, мне это понятно, для телезрителей. Для телезрителей популярнее. Если вы создаете ОСМД и берете дом на баланс, вы подаете, конечно же, заявочку в департамент ЖКХ, где эти заявки обрабатываются и накапливаются. Только начинается сейчас финансирование городского бюджета, жильцы вправе выбрать себе подрядчика, сделать проектно-сметную документацию и техническую экспертизу своего проекта, и это входит в 10% стоимости проекта. Потому что это такая программа специальная, это бюджетная программа, потому оформлять документы надо серьезно и внимательно. То есть я думаю, что в этом году мы не откажем ни одному СМД, которое будет создано. Даже во втором полугодии есть понимание со стороны депутатского корпуса, будут деньги перераспределены в сторону ОСМД, которые создаются. Ну, я бы назвал эту программу приданная где-то так, чтобы люди понимали, что город готов им помочь. Ждать просто, что город будет тратить деньги на какие-то капитальные ремонты, забудьте. Честно и откровенно, только для домов ОСМД. Спасибо. Прежде чем передать слово Михаилу, я хочу сказать, что вот очень классно, что есть такие программы, о которых вы говорите. Однако, все-таки вот я понимаю запалы и Александра Васильевича, и Виталия Степановича, который сейчас молчит, но потом выскажется, и Дмитрия, которая, насколько я знаю, очень критично относится к этой идее. И я понимаю почему. Потому что все-таки складывается впечатление, что мы не раз уже об этом говорили. Вот ЖЭКи ничего никогда не делали. Или делали очень минимально. И все поняли, что их невозможно заставить что-то делать.
И поэтому решили скопом все это отдать на откуп жильцам, а там уж как вам повезет. Ну, мы слышали историю успеха, действительно очень здорово. Однако я хочу вот вам рассказать историю, которую я в течение последней недели ежедневно наблюдаю. Она как бы не касается ОСМД, но я понимаю, что эта проблема перетечет в ОСМД, а еще если вдобавок действительно жильцы этим домом, этого дома не соберутся и не выберут себе какой-то действительно вменяемого поставщика услуг, то они попадут просто в объятия своего ЖЭКа, а именно 10-го, и дальше у них все продолжится так, как было. Так вот, на протяжении недели я ежедневно наблюдаю, как крошится на головы посетителям физдиспансера на Буденного и декабристов, сейчас уже на Сыну и декабристов, да, крошится карниз, и на протяжении 2 лет главврач этого физдиспансера бомбит ЖЭК, который запускает ее по большому кругу, департамент ЖКХ, Андрей Николаевич, просьбами, ладно, не надо ремонт делать, оббейте, чтобы людям на голову не падало. Не помогает. Давайте посмотрим в этом сюжет. Приміщення Миколаївського лікарсько-фізкультурного диспансеру розташоване у центрі міста, поряд з дитячим містечком Казка, на цокольному поверсі звичайного житлового будинку. Будівля поступово руйнується. Керівництво ЖЕКу номер 10, на балансі якого знаходиться будівля, про це знає, але допомогти може хіба що листами. Лікарі б'ють на сполох. Аварійний стан старого будинку вже не дозволяє користуватися пандусом біля входу у приміщення. Навіть пройти вулицею вздовж споруди небезпечно для життя. Але що можуть зробити люди у білих халатах? Огородити небезпечну ділянку стрічкою та звертатися до відповідних інстанцій. Штукатурка обвисла, падає непосредственно на вход в диспансер. І ми не требуємо капітального ремонту, а іменно устранити аварійну ситуацію перед нашим входом. Диспансер обслуговує всю область. Це приміщення застосовується для посттравматичної реабілітації спортсменів Миколаївської області, як дорослих, так і дітей. Серед них багато людей з особливими потребами. Наразі ті, хто пересувається на інвалідному візку, не можуть користуватися пандусом без ризику для життя. Але ЖЕК номер 10 усунути проблему не квапиться і допомагає лише листуванням з відповідними інстанціями. На цей час нами направлен лист до департаменту ЖК «Газ» з нагадуванням про аварійний стан карнізів, парапетів та балконів будинку і проханням прискорити вирішення питання капітального ремонту будинку, в тому числі карнізу перед входом до ОЛФД. У самому ЖЕКу прокоментувати ситуацію поки що не можуть, адже керівник підприємства у відпустці. Листів більше, а карниз продовжує обсипатися. Останній раз обвалення сталося 16 березня, серед робочого дня, коли до приміщення диспансеру приходить багато пацієнтів, в тому числі дітей. Я пытался выяснить, в чем там проблема. Мне сказали, ЖЕК просто ничего делать не хочет. А департамент ЖКХ рассказывает о том, что необходимо приглашать верхолазов, необходимо посылать кран. И вообще, ну, падает вам на голову. Ну что ж, как-нибудь, вот, пока никого не убило. Андрей Николаевич, что с этим делать? И с этим частным случаем само собой, но что самое главное, ведь эти все проблемы, вот отсюда и рождается, знаете, маленькая ложь рождает большое недоверие, когда мы видим такое вот отношение, когда мы видим такую работу ЖЭКа, а нам в глаза говорят, да нет, все нормально, вы за свои деньги получаете все, что вы должны. Возникает вопрос, что нас обманывают. Подозрение, что нас обманывают. Андрей Николаевич. Ну, касательно данной ситуации, то на слуху она у меня отсутствует. Поэтому обивку аварийных участков, если там есть, я думаю, что мы в ближайшее время организуем, для того, чтобы там не опадало при входе. А что касается самих домов, то, если я не ошибаюсь, по адресам это Дунаева 39, Будённого 44, адреса. Мы в прошлом году хотели выполнить там капитальный ремонт, к сожалению, нам не удалось, но мы успели в прошлом году изготовить соответствующую проектно-сметную документацию. Дома там довольно большие, площадь их довольно большая, поэтому документация готова. Если сейчас депутаты поддержат наше предложение, то можно будет приступить к ремонту этих кровель, в том числе и парапетов.
Спасибо. Одну секундочку. Я не зря вот все время тут смотрю в планшет, потому что, как я говорил, мы заранее начинаем анонсировать наши программы, люди пишут, люди там присылают какие-то вопросы, и, в принципе, сейчас они тоже, в общем-то, эти вопросы задают. Так вот, это чуть пораньше, мне прислали несколько любопытных финансовых документов. В частности, департамент ЖКХ 27 января 2016 года заплатил 180 тысяч Зелентресту за уход за зелеными насаждениями. Ну, помню, что у нас было в январе. Приблизительно такие же деньги были проплачены 28 января тому же самому департаменту зеленых насаждений. Вот 80-95 тысяч и так далее. Вот я хочу спросить, может быть, я действительно что-то не понимаю. Сразу предупреждаю, как говорится, как говорят в Николаеве, отмазка не катит насчет того, что платили долги, потому что закрывается бюджетный год, там долги, как бы я знаю, не по-другому расходуются. Да? Просто сам с бюджетным законодательством сталкиваюсь в силу своей должности. Так вот, какой мог быть уход за зелеными насаждениями в снегопад январский в этом году? И почему в таком случае действительно тут деньги находятся, а на протяжении недели, и я уверен, Андрей Николаевич, потому что на самом деле, мне кажется, что вы все-таки кривите душой, говоря, что вы не знаете об этом письме. Оно на вас было написано в понедельник. Нет, не понедельник, в пятницу. Так вот, на протяжении этой недели вам стучат во все ворота и просят, пожалуйста, помогите, оббейте. А оказывается, что нет денег для того, чтобы кран прислать. Неувязочка выходит. По вопросу зеленых насаждений могу пояснить. Ну, есть такая статья в отношении того, что как доля за зелеными насаждениями. Но эта статья не только зеленые насаждения. Эта статья обозначает доля за самими целостными комплексами, как скверы, парки, бульвары. И в январе месяце выполнялись предприятиями зеленого хозяйства именно уборка территорий, расчистка от снега, бульварных частей, скверов, проходов. И вот эти работы и оплачивались. Поэтому у нас уже была комиссия жилищно-коммунального хозяйства, которая задавалась этим вопросом. Она проверяла акты выполненных работ и о том, что там нету зеленых насаждений, там нету полива, если кто-то думает, там нету подрезки или там высадки цветов. Это догляд за зелеными зонами. Зеленые зоны – это парки, скверы, бульварные части. Поэтому там нету никакой кривизны. Что касается этого вопроса, то я уже обозначил, что разберемся, если оно было в пятницу ко мне отправлено, это не означает, что оно уже у меня было, а может быть оно раз у меня в почте и находится. Можно ну ремарку. Что ж, теперь для того, чтобы вы посмотрели вашу почту, будем приглашать вас на прямой эфир. А Александр Васильевич, потом вы, пожалуйста. Вот как раз у меня в тему вот предыдущему вопросу. У меня, я хочу спросить Андрея Палько. У нас в жилищно-коммунальном хозяйстве, которое курирует департамент ЖКХ, у нас коррупция есть или нет? Скажите, пожалуйста. Ну скажите, у нас же в Украине есть коррупция, вы же это знаете. Во всей Украине есть, а департамент ЖКХ нет. А у них нету, да. Чтобы я не ответил, вы все равно скажете, что коррупция есть. Ну вот, вы телезрителям будете говорить правду и только правду? Ну, тут мне Библии нету, поклясться не на чем. Пожалуйста, Александр Владимирович. Подождите, Александр Васильевич, мы же вопрос задали, мы же не можем. А, да, ну, так тогда имейте в виду, будете отвечать на все сразу, пожалуйста. Документ. Да-да. Документ. Вот, пожалуйста, что ожидает жильцов? Смотрите, договор с ЖЭКом, предмет договора, капитальный ремонт теплотрассы жилищного будинка, адрес указан. ЖЭК делал капитальный ремонт. Это называется отмывание денег из бюджета. Потому что жильцы здесь живут. Капитальный ремонт – это когда, вы прекрасно знаете, все отрезали и поставили новый. Жильцы этого не знают. Это чисто случайно попал договор. Потому что жильцы, я хочу предупредить жильцов, что их могут ожидать сюрпризы. Придут они за деньгами, которые Сергей Исаков собрал собрание ОСМД. И заявил такую фразу: товарищи, у нас в бюджете есть деньги, у нас есть деньги, но всем не хватит. Поэтому чем быстрее, тем лучше. Вот все зазывают вас в ОСМД.
Очень быстро. Теперь, опять же, получается, вы сначала придите в ОСМД, а потом мы, может быть, вам что-то дадим. А почему, если вы к народу повернулись, власть? А товарищ президент наш сказал, что народ не доверяет власти на 70%. Это президент сказал 16 февраля, нет, когда... Народ президенту не доверяет. Нет, 70%. Это президент сказал, что народ не доверяет власти. 16-го, когда кабинету министров проголосовали и двойку давайте поставили. Давайте без политики. Вот. Вроде мы о тарифах, а вас уже понесло как в Верховной Раде. Давайте. Как так вот, пожалуйста, объясните. Это чистейшей воды коррупции. Вот теперь люди придут к вам за деньгами. А, подождите. А почему у вас деньги, вы... это кучка денег? Хорошо, подождите. А почему вы не хотите сделать, если у вас есть деньги, если вы согласны финансировать 90 на 10 или 50 на 50? Вот. 50 на 50. Я предлагаю, давайте финансировать 50 на 50. 50 бюджет, а 50 ЖЭКи. Давайте так. При чем тут вина? Вот давайте 50. Хорошо, Александр Васильевич, все, спасибо. Нет, подождите, подождите. Ну, мы же уже просто потеряемся. Пожалуйста, Александр. Я хотел бы... Да. Комментарий. Первое, по поводу коррупции. Я могу отвечать исключительно за свои действия. И я отвечаю за свои действия. Рассказывать за всю сферу о том, что есть коррупция или нет, то я не могу. Если у вас есть факты коррупции, есть для этого правоохранительные органы. Обращайтесь, пожалуйста, туда. Вот, так касательно всех этих... Вы не можете утвердительно отвечать на это. Естественно. Поэтому я говорю, что я могу отвечать только за свои действия в данном вопросе. И что касательно остального, ЖЭК делает капитальный ремонт, не делает капитальный ремонт. Понимаете, я вижу и слышу от вас исключительно в том направлении, как уйти от платежей. И все. И все. ЖЭК сделал какую-то сферу, какую-то химию, какое-то то, какое. Кто что вам мешает в течение этих 10 лет создать ОСББ и понимать, за что вы платите, как вы платите, и вместе со своим активом дома выбрать того человека, который будет крутить гайки, а не рассказывать, какой плохой ЖЭК. Я сплошь и рядом слышу в отношении этого, ЖЭК плохой, ребята, плохой. Так соберитесь, создайте ОСББ. Не было этого закона еще 417-19. Работали все, этот закон ОСББ существует с 2006 года. Более 10 лет уже, или 2 года. То есть уже 14 лет. За 14 лет мы могли 10 раз, 20 раз создать ОСББ. И не говорить потом о том, какой плохой ЖЭК. А сейчас, когда уже закон говорит, что надо на чем-то определяться, вы рассказываете, что все такие плохие коррупционеры, какие-то трассы ремонтируют, где-то что-то воруют и прочее. Рассказываете, что я... Подождите, так, пожалуйста, Александр Васильевич. У меня была маленькая... Александр Васильевич, давайте говорить по очереди. У вас было достаточно времени, чтобы задать ваши вопросы. Не будем превращать это в дискуссию двух человек. Александр Васильевич, у меня маленькая ремарка к этому сюжету о больнице. Буквально несколько комиссий назад для этого диспансера мы утвердили условия аренды 1 гривна. Город нормально поступает, отдавая свое имущество за 1 гривну. Самое страшное, что эти бюджетные организации даже не закладывают свой бюджет взносы на утримание таких будинков. Но загибать пальцы и рассказывать, кто что кому должен, у них хватает... Александр Ильич, я вам скажу, что их так изводят, прости господи, медицинские общественники, которые там просто рядами, они там, по-моему, раскладушки уже поставили. Что даже собирать вот эти вот самые благотворительные взносы им не удается. И поверьте, у них нету статьи расходов в бюджетном финансировании на развитие. Поэтому спасибо, что вы с них не берете деньги за аренду. Город отдает им за 1 гривну, но, требования, извините, на 1000. Ну так, давайте, вводите софинансирование. И мы... Вы будете сильно смеяться, но тот дом, в котором они находятся, никак не относится к той самой гривне, о которой вы говорите. Потому что тот дом, это на 4-м этаже, на крыше. И это никакого отношения не имеет к тому, берете вы с них аренду, не берете. Они обращаются в ЖЭК. А ЖЭК их посылают. Они не дают денег. Так у них, они не говорят, что у них потекла крыша в их диспансере. Они говорят, крыша дома. Это не к ним отношения относятся. Они арендуют 1-й этаж. Пожалуйста, Михаил, вы хотели что-то сказать? Насчет 1-го этажа. По 1-му этажу, ну просто продолжение этой дискуссии. Я так понимаю, о чем сказал коллега, речь идет... Конфликт интересов часто бывает, когда, ну, в ОСНД, к счастью, мало, но бывает в домах, к сожалению, на 1-м этапе, когда первые этажи, когда только-только создалось ОСНД, первые этажи, встает вопрос ремонта крыши. Первые и вторые этажи говорят, а мы не будем собирать деньги, условно, на ремонт крыши, нам же не течет.
Это же где там, где мы и где крыша? Следующий вопрос. Ремонт канализации, запахи, затопления, блохи, не дай бог. Девятый этаж, восьмой, седьмой, говорит, мы не будем собирать деньги на трубы, на канализацию. До нас не доходит и блохи не допрыгивают. Тут в домах ОСМД и вообще в домах многоквартирных мы все с вами объединены в целом. Мы не можем взять свою квартиру, вынуть из этого дома, он плохой, соседи не нравятся, и вставить в другой дом, где хорошие соседи, хороший дом, хорошо обслуживается. Мы все повязаны, вот уже сказал коллега о том, что ущербная собственность, да, потому что она несколько ущербная, потому что она в многоквартирном, мы находимся в социуме. Поэтому каждый совладелец должен нести свою часть расходов на общее имущество. И если брать этот сюжет конкретно, да, если бы люди не ждали, пока плохой ЖЭК что-то им сделает, то, думаю, и создали ОСМД, к примеру, лет 5-6 назад. Такой бы ситуации, поверьте, не Миша, было. Мы говорим, в данном случае, о бюджетной организации, которая находится в доме. Я отвечу... То есть они к этому отношения не имеют. Я с вами не соглашусь. Если бы там было ОСМД, если бы там было ОСМД, и к нам в ассоциацию обратились бы руководство ОСМД с тем, что бюджетная организация-то не хочет им платить как за содержание дома, мы бы однозначно, вплоть до суда, требовали обязывать эту организацию платить на содержание дома наравне со всеми. Они занимают площадь определенную в доме и должны платить за содержание общего имущества. Хорошо, так, давайте вот по очереди Дмитрий, потом здесь, да. Да. У нас есть не только крыши и подвалы, у нас есть еще и внутридомовые системы. Кто в будущем будет отвечать при создании ОСВБ за их содержание? Кто будет обслуживать их? Есть две формы. Одна форма — это ОСВБ берет на себя, а вторая форма — это можно передать исполнителю услуг. Кто? Облэнерго, Водоканал. Который, в принципе, там не желает принимать. Да. Ну, это они другой вопрос. Они не возьмут. Принимать на обслуживание внутридомовые сети. Горводоканал, да, я могу поверить, потому что Горводоканал — это коммунальное предприятие, но Облэнерго нет. Согласен. Да, есть. Мы с вами два месяца назад решили вопрос о том, чья собственность это, кто должен обслуживать, кто должен ремонтировать сети, модернизировать сети. И в тарифе это уже сидят затраты. А вы второй раз берете коммунальных услуг, потом говорите, мы тратим деньги на подачу воды на 9 этаж. Извините. Тариф на этот самый воды заложен уже, подача хоть на 35 этаж. В электроэнергии написано 1.4. Помните, когда я еще спорил? На ящик коньяка с вашим коллегой. Но мы так и не нашли процесса этого. Мы нашли, он согласился на бутылку потом. Я сказал, только марку выбираю я. Но вопрос о том, что у нас 1.4, закон 20, правило 28 сказано, что поставщик несет ответственность до поставки точку продажи. Точка продажи у нас где? На счетчике. Значит, кто отвечает за этот участок? Отвечает поставщик. И деньги заложены, 14% в цене тарифа заложены уже в это. Я вам приносил документы. То же самое документы, вы знаете, находится сегодня у Гайдаржи. На этой неделе должны были встречаться по этому же вопросу. И с вами еще решал вопрос. Если мы все вернем эти вот монополистам, и уже мне сказали, что у нас Николаев ГАЗ согласен, что у нас Водоканал согласен, что оплачивать. Потому что у вас в соответствии с пунктом 910 постановления 1.10, инициатором заключения договора о совместном использовании или о том, что они берут его на обслуживание и оплачивают еще нам за это наша собственность, у вас договор этих нет. Хотя тот же самый Облэнерго говорит, мы им предложили, они отказались. У меня есть разъяснение, ЖЭКу-1, разъяснение, где обращается в НКРР, и говорят, что вы заключите договор о совместном использовании, почему вы дважды берете с нас деньги? Я этого предлагал, неоднократно проходили на этот самый, решали вопрос, сейчас вы держите документы. Решите вопрос. Почему? Потому что если мы снимем эту нагрузку, это 60,5% тарифа общего по содержанию дома. Я тогда еще сказал, для вас остается крыша и подвал. Возьмите эту функцию и не создавайте пока в том состоянии, в котором находится сегодня ОСМД, который вы хотите создать. Если вы оставите себе эту часть и заставите, чтобы ваши ЖЭКи занялись именно сбором денег на ремонт крыши и подвала, а в подвале там, кроме коммуникации, должен заниматься кто? Монополист. Газ, вода, свет. Почему-то газу они не заставляют вас менять эту самую трубы. Заставляют. Заставляют? Конечно. Да. Так, хорошо, давайте. Давайте мы от теории перейдем к практике и послушаем, как это реализуется уже в действующих ОСМД. Тем более, вот и Михаилу есть, и пожалуйста, да. Я хочу сказать, я его сейчас послушал, так сказать, загибая пальцы, на какие моменты я хотел отметить. Значит, есть такой пример в Ленинском районе,
Два ОСМД рядом, недалеко от меня, есть двухэтажные дома, восьмиквартирные. Как пример, я могу сказать, когда споры, членские взносы, кварплата. Вот практика показывает, они уже 5 лет, они себя освободили практически полностью, то, что мы называем кварплатой, от членских взносов. Объясню почему, на примере. Значит, коммунальное освещение, у них один подъезд, две лампочки. Они вывели себе на квартиру, поставили экономку, снялись проблемы. Что у них осталось? Из всех функций, которые у них были по постановлению кабинета министров, что им должен был ЖЭК делать? У них остался вывоз мусора и придомовая уборка придомовой территории. Они между собой решили, как они убирают территорию. Один раз они заплатили, посчитали на год в этот возчику мусора, и все. Дальше они просто содержат свой двор, свой дом сами. 8 квартир, дом. Да, они участвовали по программе, они получили деньги на ремонт, капитальный ремонт крыши по 10 на 90 и живут. Ровно через 150 метров напротив них стоят два таких же дома 46-48 года постройки, которые вот так вот смотрят, глядит и ничего не делают. И каждый раз пишут жалобы, что двор в дождик тонет, затекает вода, что у нас там деревья, что у нас там провода, сарайчики сломались. Это касаемо тарифа. То есть ОСМД может само себя даже и освободить, если маленькое. Касаемо вот этого сюжета про поликлинику и дом. Правильно сказал Михаил, что если бы это было ОСМД, не дали, как вчера я был в горосполкоме в фонде управления коммунальной собственности, эта поликлиника была бы совладельцем ОСМД в лице города. Долевое участие, эта поликлиника была совладельцем. Да, при передаче дома это помещение осталось бы за городом. Оно так и есть. Но никто не освобождает вот это юридическое лицо от оплаты коммунальных услуг на содержание жилого комплекса, дома, сетей в подвале, крыши. В этом случае бы первый совладелец, пусть то это какая-то квартира или магазинчик или та же поликлиника, обратилась бы в правление или в управляющий орган ОСМД, что есть какой-то тенденция, да они бы просто не дошли до этого состояния, это бы уже и обили, и замазали, и нашли бы деньги. При создании ОСМД таких домов, вот у нас были ОСМД, которые на декабристов создавались, они участвовали в программе по ремонту, укреплению фасадов. Им нужно недалеко пройти, метров 200-300, и они посмотрят результат другого фасада этого дома. Поэтому здесь это просто желание или нежелание. Понятно, я спасибо. Еще хотел маленькую ремарку по поводу форм. Обратить внимание тех, групп, тех людей, которые будут создавать ОСМД в будущем. Вот смотрите, сейчас дом на балансе, так мы называем по-простому, на балансе ЖЭКа. Создали ОСМД, ОСМД взяло дом на баланс себе. Если мы рассматриваем как управление, управляющая компания, вот многие меня спрашивают, вот мы создадим ОСМД и наймем управляющую компанию. Я хочу обратить внимание людей на тот вопрос, что в этом случае балансодержателем вашего дома будет управляющая компания. Тогда вопрос, зачем создавать ОСМД? Если балансодержателем и хозяином, так сказать, управителем вашего дома будет управляющая компания. Вот и все. Ответ на ваш вопрос. Спасибо, Олег Мудрак. Александр Васильевич, дайте, пожалуйста, передохнуть. Все-таки у нас еще два сюжета не посмотрели. Хотел бы небольшой случай из своей депутатской практики, да, рассказать. Это, по-моему, был год 2012-2013. Есть, в моем понимании, для создания СНД роскошный дом по проспекту, ныне уже Богоявленскому, да, 316, проспект Октябрьский, 316, шестиподъездный, девятиэтажный, 192 квартиры, полноценные подвалы 220, которые в таком состоянии, побелить, поменять окна и можно сдавать в аренду. На крыше три антенны, по-моему, неких спутниковых операторов. Центр Корабельного района, цокольные рекламные плоскости. Обратился ко мне один из жителей, молодой парень, говорит, помогите, меня сократили на судостроительном заводе. Я тогда его взял за руку, говорю, давай создадим тебе самостоятельное рабочее место.
повел в тот дом, где мы проживали. Краткий, самый грубый подсчет показывал, что организацию СНД еще 3 года назад, да, и первый этаж еще занимает, значит, АТС, еще какие-то, большая АТС, 25-я, по-моему, то есть тоже соучастник, да, процесса содержания дома. Краткий анализ показывал, что, ну, до 50 тысяч легко дом мог бы собирать платежей в месяц. При этом, говорю, ты будешь председателем, пролоббируешь себе зарплату 5 тысяч, если ты будешь хорошо выполнять, и люди будут видеть в тебе реального исполнителя их чаяния и надежд. Но опять-таки, обычная инертность человеческая. Говорил о том управлении, в котором могут его научить азам и навыкам. Прошло 3 года, вот посчитайте, 50 тысяч на 12 – это 600 тысяч в год, да? 2-3 миллиона дом мог бы за эти 3 года уже освоить, быть лялькой центра Корабельного района, но инертность, пассивность людей до сих пор приводит к тому, что деньги эти уходят по тем направлениям, вот, которые мы сейчас их пытаемся до кучи собрать. Я хочу вот просто в иллюстрацию слов Олега предложить сюжет, который подготовили наши коллеги с телеканала «Март». Мы его можем назвать условно, да, «Два мира, два образа жизни». Хотя, обратите внимание, все-таки в нем есть определенное лукавство. Мои коллеги его заложили, наши коллеги его заложили. Посмотрите внимательно. Аби створити об'єднання співвласників багатоквартирних будинків, потрібно не так багато, розповів голова такої організації Аркадій Дабагян. Устав заповняється, приносится в горисполком, получаєш реєстрацію, становишся на учет і відкриваєш расчетний счет, і уже от імені предприятия, действуя, ну, ОСМД, действуя, підписуєш договори со всеми, чьи услуги тебя интересуют. Саме таким чином вчинили мешканці багатоповерхівки за адресою Фрунзе 68, коли 10 років тому побудували свою домівку. Изначально мы вкладывали средства в строительство этого дома, и поэтому, само собой разумеется, мы стали совладельцами этого жилья и территории, на которой он находится. Поэтому какой-либо иной другой формы собственности, как ОСМД, мы даже и не рассматривали. Мы не хотим получать абстрактные услуги, оплачивая при этом абстрактные деньги. У меня до переселения в этот дом был опыт, как и у всех нас, общения с обычными ЖЭКами, в обычном ЖЭКовском доме мы жили. И как бы зная уже все проблемы, которые, с которыми приходится сталкиваться при этом, ми одразу знали, які підводні камні ми можемо збіжати. Однак не можна розглядати приклад цього будинку як типовий, зазначили його мешканці. На самом деле все зависить від того, що ви заказуєте. Ну, наприклад, в нашому домі, да, ми собі дозволили где-то взяти дополнительну охрану своєобразних консьержей. Ми содержимо собственного електрика, можемо дозволити собі содержати техперсонал, який убирає під'їзди. Есть ряд сложностей финансовых в том плане, что дом небольшой, всего лишь 18 совладельцев, и приходится содержать его теми средствами, которые мы вкладываем. Если говорить о нашем доме, совсем уж маленьком 16-квартирном доме, да, у которого, в общем-то говоря, затраты достаточно высоки, потому что у нас есть немного жильцов и достаточно развитая система их обслуживания. В среднем, с учетом вот и охраны, и уборки, и бухгалтерии, которая, безусловно, к слову сказать, тоже должна сопровождаться, ну, идеально, чтобы это был кто-то из жильцов, но мы понимаем, не все мы специалисты в этой области, то в среднем у нас на квартиру приходится эта оплата в размере 300 гривен. Чем меньше дом, тим дорожче будь-яка услуга для жильця. Тобто, чим більше квартир, тим меншими сумами необхідно скидуватись. Та це з одного боку. З іншої точки зору, ця будівля зовсім нова і не потребує капітального ремонту і, відповідно, суттєвих фінансових вливань. Колега цієї новобудови домівка, але старого житлового фонду за адресою Декабристів, 15, об'єднання співвласників багатоквартирних будинків не створила. І знаходиться в зовсім протилежних умовах. Буває не часто, але буває. І з водою проблеми були, рвали труби, забивалась каналізація, йшли в ЖЕК і знову ж праці, щоб люди приїхали і почистили.
Живу я в этом доме с 1991 года. 25 лет, уже 26 год. За это время ничего не делал ЖЭК, вообще, абсолютно. Ни разу даже во двор не приходил дворник, чтобы подмести где-то, конечно. Ремонт, конечно, надо делать. Уже года два, уже, наверное, как течет. Пришли рабочие ЖЭКа, так? Приподняли там шифер, заложили два листа шифера, так? Вроде так все нормально. Оно в другом месте потекло, так? Проблема полностью вся водоснабжение, главная магистраль вот по двору идет, вся рваная. Каждый месяц сбираем деньги и ремонтируют, понимаете. ЖЭК не занимается этим делом. Так вот, обратите внимание, этот специальный репортаж, он очень напоминает вот рекламу децентрализации. Вот Польша перешла на децентрализацию, у них сразу зарплаты стали по 1000 евро. Поэтому переходите и, сами понимаете, будет как в Польше. То есть, заметьте, как замечательно, да, такой очень респектабельный Аркадий Добогян рассказывает о том, как у них все хорошо в новом доме из 18 квартир и совершенно противоположные жители дома, который не перешел, не превратился в СМД, рассказывают, как у них все плохо. И вроде бы все объективно, да, но, в общем, как бы тенденция просматривается. А я хочу спросить, вот действительно, хорошо, новый дом, все нормально, коммуникации новые, все в порядке. А вот этим вот жителям дома по Декабристов 15, вот им придется что-то сделать у себя, да. Мы видели этих людей, вряд ли они соберут необходимое количество денег для того, чтобы, как говорил Аркадий, ну, мы можем себе позволить. А у них еще добавок все коммуникации прогнили. И никто им их уже менять не собирается. Ну что там, действительно, если карниз обить не могут неделю, то что ж там говорить про замену коммуникаций. Так вот, скажите, как быть этим людям? У них неравные стартовые условия. Стартовые условия были у всех одинаковые. В 93-м году, когда был принят закон о приватизации, и толпы людей, могу вам напомнить, кто это не застал, бежали за своими документами. Их никто не гнал палками, ночевали под этими дверями. Они приобрели право на какую-то собственность. Пожалуйста, вы обязаны ее содержать. Город не будет содержать ваши дома. Отвечаю со всей откровенностью, уважаемый. Если 100% квартир приватизированы в доме, какая у вас есть уверенность спросить у города деньги на содержание вашего дома? Я считаю, что это социальная несправедливость. Но при этом у нас ситуация совершенно обратная момента, связанного с приватизацией квартир. То есть сегодня у нас в Украине, последние годы, ситуация фактически как бы такова, когда она, можно ее назвать в кавычках, революционной. Когда верхи уже не желают содержать жилой дом, жилой фонд, а низы, то есть владельцы этих самых квартир, не готовы принять его в управление. То есть в отличие от периода 20-летней давности, когда люди стояли в жутких очередях по поводу приватизации квартир, сегодня люди совершенно не рвутся создавать УСМД. Они не отдают свои приватизационные документы. Отдают, да. То есть, ну, правильно, потому что ментальность совершенно другая, конечно. Потому что здесь ты выхватываешь свое, а да, здесь тебе нужно, да, напрягаться. И в 93-м году был создан наш украинский велосипед с квадратными колесами, который никуда не едет. Просто эти квартиры должны были не просто документ на отдельную квартиру, а это должен быть документ как на частку спильного майна. И дом рассматривать как единый инженерный комплекс, и человек имеет там право, пускай там 1/50 часть крыши, подъезда, подвала, чего угодно. Это цивилизационный путь. Так пользуется весь мир. Нет понятия квартира. Квартира, эти документы, что? Воздух между стенками и потолками соседей. Обои, моя сторона с обоями моя, а внешняя, да, ЖЭКа. Да, и потому жизнь нас привела к тому, что только объединившись совладельцы могут сказать, действительно, мы хозяева своего дома. Прошу прощения. А вот все-таки мне хотелось бы несколько слов сказать о том, что у нас сегодня доминирует позиция о том, что ОСМД это лучший вариант, и я сам являюсь сторонником этой позиции, однако было бы неправильно умалчивать о плюсы общения или договорных отношений владельцев квартир с управляющей компанией. То есть еще один плюс этого нового закона в том, что он фактически создает, в отличие от предыдущей ситуации,
полное отсутствие конкуренции между ЖЭКами. То есть вся конкуренция ЖЭКов практически нас сводилась к конкуренции, в коридорах власти. То есть урвать себе кусок, который дадут на обслуживание. То есть сегодня те же самые ЖЭКи, скорее всего, действительно станут управляющими компаниями. Только в отличие от предыдущего периода, сегодня они введены в условия конкурентные. То есть сегодня они должны доказывать жильцам, что именно вот наша конкретно управляющая компания лучше всего справится с обслуживанием этого дома. И вот этот момент является действительно чудесным, потому что наличие любой... То есть вообще было бы очень плохо, если было бы только понятие вот ОСМД и все. То есть очень хорошо, что есть варианты. Есть варианты, когда жильцы не могут объединиться и они могут себе действительно найти управляющего. Кстати, хочу напомнить, что таковым управляющим может быть не только компания, а может быть вообще физическое лицо предпринимателя. То есть, по-хорошему говоря, один человек, у которого затраты на содержание аппарата могут вообще отсутствовать. То есть вот он сам способен обслуживать там 50-квартирный дом, он сам способен найти компанию, которая вывозит мусор, он сам способен найти электриков, он сам способен найти компанию, которая содержит штат дворников, и с ней заключить договор. То есть такая раскладка тоже возможна, и эта раскладка отличная от ОСМД. Спасибо, пожалуйста, Оксана. И если можно коротко, у нас звонок зрителя. Да, Александр. Ну давайте, потом я одно слово. Давайте. По поводу управителя, который имеет форму как частный предприниматель. ОСМД тоже может заключить с таким управителем договорные отношения, но при этом ОСМД это не прибыльная организация, которая собирает тарифы жильцов вот, на содержание дома и не платит с этого никаких налогов. И она может просто нанять этого человека на работу. Это будет выгодно. Вы же не возражаете мне, просто вы дополняете. Я дополняю, да. Спасибо, Александр Владимирович. Очень коротко. Для тех домов, где не будет создано СМД, в департаменте прорабатывается программа о создании домовых комитетов. Все-таки мы хотим перевести отношения, взаимоотношения жителей, владельцев, они все равно совладельцы остаются, в плоскость совладелец, поставщик услуги. Я вижу вас, но давайте послушаем зрителя. Говорите, пожалуйста, в эфире, это уже последний звонок за эту передачу. Говорите, пожалуйста. Добрый вечер. Добрый вечер. Я единственное могу сказать, что ОСНД это очень хорошая вещь, если ей правильно заниматься. Второй вопрос такой к уважаемым вот, руководителям ассоциации ОСНД и к Андрею Викторовичу, по-моему, Палько, да? Андрей Николаевич. Как мы... А? Андрей Николаевич его зовут. Я извиняюсь, да. Вопрос по абонентским книжкам водоканала для ОСМД, которые существуют более 30 лет и менее, там, более-менее лет. Как этот вопрос будет решаться? Слышно было, что через месяц он должен будет выдавать книжки нам абонентские, тем ОСМД, которые уже созданы, но как юридические лица оплачивают потребление воды. И весь этот процесс озвучите, пожалуйста. И вот этот товарищ, который там, по-моему, да, вот он уже вторую или какую передачу здесь присутствует, и точно, что Андрей Николаевич говорит, одно только все черное. У него столько энергии, что он может несколько ОСМД содержать и руководить ими, и тарифы свои назначить, и следить за работой обслуживающего персонала, и придираться ко всему, что угодно. Но только, чтобы вот черного налить. Вот у меня в доме люди... Все делается людьми. И у многих председателей ОСМД существует в 200. Я больше чем уверен. Люди там работают от души. И все равно находятся такие, которые не платят и делают всякие гадости потом. Спасибо, Александр Васильевич. Тут глаз народа, глаз Божий. Пожалуйста, отвечайте. Александр Васильевич, я вижу вашу поднятую руку. Дайте здесь вот по теме ответить. Пожалуйста. Я прокомментирую. Действительно, на протяжении многих лет между СББ и нашим коммунальным предприятием «Водоканал» были отношения немножко отличаются от домов, которые находились в ЖЭКах. То есть в ЖЭКах люди заключали договора напрямую, в СББ заключал договора как юридическое лицо, и ОСББ собирала деньги жителей. Мы провели несколько встреч с ассоциацией ОСББ, с водоканалом, с заместителем городского головы, с целью того, что как бы то ни было, законом, не помню его номер, было определено, что водоканал является исполнителем услуги, а соответственно он должен предоставлять услугу конкретному потребителю. И в соответствии с рекомендацией депутатского корпуса, в соответствии с тем пожеланием и тем требованием законодательства, на сегодняшний момент прорабатывался вопрос и переведение о том, чтобы водоканал заключал договора непосредственно с каждым собственником квартиры.
і ніяких, і ОСББ будуть оплачувати ісключительно за потреблену воду для нужд общого дому. Тобто промивка системи отоплення, полив газонів, якщо це присутствує, і вода необхідна для уборки території, або помивки лісничних площадок. Не більше. Спасибо. Пожалуйста, Дмитрий, и потом Михаил. Еще маленькая ремарка касаемо самого закона. Потому что первое, что мы сделали, мы обратились за разъяснением к депутатам Верховной Рады, те обратились к юристам, которые нам дали ответ, что данный закон противоречит прежде всего Конституции. И сейчас депутаты Верховной Рады готовят обращение в Верховный суд для разъяснений и для решения проблем, связанных с этим законом. Какой закон, уточните? Который, 417-й. Который вы назовите его. 417-й. Вот это название. 417-й – особливости здесь правовластности. А вы различаете законы об особливостях и закон об ОСМД? Вы понимаете, что это два разных закона. Какой вы закон оспариваете? 417-й. Об особенностях управления на квартирным домом. Никто не имеет права, депутаты Верховной Рады. Право-то такое у них есть, пожалуйста. Хорошо, пожалуйста, Михаил Золотухин, и еще один сюжет посмотрим, там будем уже заканчивать, пожалуйста. В Николаеве есть такие николаевские дворы, так называемые жилкопы. В этих жилкопах создать ОСМД – это вопрос не весьма эффективно. Может быть, стоит передавать их на баланс и превращать их в частное домовладение? Вот такой вот вопрос. Как вы? Я, кстати, в таком жилкопе живу, так что мне это даже интересно, пожалуйста. Действительно, на протяжении последних лет очень много квартир, так называемых жилкопах, снимаются с баланса и переходят в так называемый частный сектор. И это спокойно проходит, это есть упрощенная система, то есть идет обращение управления по использованию коммунальной собственности, согласование с балансодержателем в отношении того, что дом такой-то, квартира такая-то, хочет сняться с баланса. Проблема возникает только в тех жилкопах, где есть совместные коммуникации. Вот там, то есть двухэтажные. По большому счету нужно говорить об эффективных собственниках жилья. Если мы говорим о эффективных собственниках жилья, то неважно, как он называется, ОСМД, либо еще какая-то другая форма. Если эффективный собственник – это частный сектор, то, может быть, имеет смысл в тех домах, называемых жилкопы, пойти по пути, чем учить людей, заставлять их идти в ОСМД, предложить, остановитесь вы как хозяева и воспринимаете, что... И более просудим, мы все равно являемся хозяевами. Кстати, мы привели, потому что в жилкопах мы можем сделать только одно. Это упорка по наружной стене и вывоз мусора. Все. Больше мы там сделать реально ничего не можем. Вы давно уже живете в ОСМД, только не знаю. Я на самом деле просто знаю, что мне не надо, у меня и так все в порядке. Александр Васильевич, я ни у кого ничего не прошу, ни от кого ничего не жду. Александр Васильевич, только я прошу, не задевайте дискуссию, пожалуйста. Нет, я не дискуссия, я два вопроса. Вот, пожалуйста, ответьте. Это тоже очень важно, я думаю, для телезрителей. Значит, первый вопрос, это техническая документация на дом, потому что у многих домов ее нету, и топографического плана на придомовую территорию. И придомовая территория, она же не наша. На нее нету госакта, поэтому эта территория пока не принадлежит де юре, не принадлежит многоквартирному дому, а ее убирают, и, то есть за нее платят почему-то. Вот, тех документаций на дом, у которых много отсутствует домов, и придомовая территория. Я поясню, действительно, есть дома, которые передавают в свое время от заводов, где-то либо в процессе изменение формы собственности, государственной, коммунальной, была утеряна техническая документация. Поэтому мы ежегодно по обращению ОСББ, которые создаются, проводим мероприятия по изготовлению новой технической документации. Это происходит даже исключительно за городской бюджет. Поэтому даже если уже ОСББ создано, там нет вопросов софинансирования. Городской бюджет оплачивает, и мы изготавливаем техническую документацию для ОСББ. Что касается земли, то здесь для начала должны сами ОСББ определиться, а надо ли им определять эту землю. Потому что если будет отвод земли, если он будет отведен к ОСББ, соответственно, ОСББ должно будет оплачивать налог на землю. Андрей Иванович, извините, перебью в этом плане. Олег Иванович, вы просили просто уже как бы финальное слово, поэтому либо сейчас, пожалуйста, посмотрим сюжет, либо после сюжета. Да? Тогда после сюжета. Итак, сюжет, который подготовила Татьяна Милякина, о том, как оно там все у них. Нет. С другой стороны. На самом деле опыт действительно есть.
опыт положительный. И мне очень приятно, что вот те руководители ВСМД, которые здесь сейчас находятся, они, по сути, вот подобные вещи делают уже здесь. Я не зря говорил о том, что тот вот сюжет, который подготовили наши коллеги с марта, похож на рекламу, в которой упоминают Польшу. Здесь тоже все о Польше, но все гораздо практичнее и, в общем, так подробно, что можно действительно, наверное, попробовать применить и у нас тоже. Давайте посмотрим. Для України цікавим є досвід Польщі, реформування житлової сфери та формування відповідної житлової політики. Тут перейшли до створення товариств з відповідними органами управління і функціями. Від визначення плати за утримання житла до порядку реконструкції або капітального ремонту будинку. Такі об'єднання створювались також у Сполучених Штатах, Англії, Франції. Така трансформація сприяла появі у кожного будинку ефективного власника. Реформування сфери управління житловим фондом розпочалося в Польщі в 90-х роках минулого століття. Одним з основних елементів була приватизація житла. Саме вона зумовила перехід відповідальності за утримання житлового фонду до їх власників. З 1995 року у наших сусідів діє закон, що регулює діяльність об'єднань власників багатоквартирних будинків, спільнот мешканьових. До речі, подібний закон діяв ще перед Другою світовою війною. Документ створює певний зв'язок між якістю утримання будинків і вартістю квартир. Надає можливість мешканцям брати участь в процесі термомодернізації через кредитні договори з банками. Всі рішення приймаються на загальних зборах або через індивідуальні опитування більшістю голосів. Чим більше у мешканця площа житла, тим більше в нього голосів. Це членство в спільноті можна оцінювати як нав'язане. Достатньо одного факту, що людина є власником квартири в будинку, і вона автоматично стає учасником організації. Якщо спільнота прийняла певне рішення, всі мешканці зобов'язані брати участь у витратах на ремонти, утримання та експлуатацію будинку. Законодавство чітко визначає, що спільнота має владу над власниками квартир, які не хочуть підпорядковуватися рішенню, і навіть може довести до примусового продажу квартири власником. Не можеш внести фінансову частку – маєш позбутися квартири і купити іншу, меншу за розміром та дешевшу в обслуговуванні. Але якщо власник виконує всі зобов'язання, здійснює всі платежі, він має всі можливості використовувати і приймати спільні рішення. Ремонт, модернізація, реконструкція застарілого житлового фонду власники також самі приймають рішення щодо функціонування таких будівель. В спеціальних випадках є підтримка з державного бюджету. Вже давно надаються субсидії на проведення термомодернізації старих будинків. Я не зря постоянно смотрю планшет, то народ комментирует. Ну, не все комментарии, в общем-то, многие как-то так иначе находят ответы в наших дискуссиях. Ну, вот замечательный комментарий, я думаю, что интересно будет его послушать. Пишет, ну, женщина средних лет. Я бы даже сказал, молодая, так, судя по фотографии. Передача очень полезная, но страшная. Я надеюсь на пенсионеров. Я просто божья коровка в вопросах быта и хождения по инстанциям. Так что вот я понимаю, что те истории о том, как все будет замечательно, они пугают на самом деле людей достаточно молодых. Просто они не представляют себе, как это вообще все будет происходить. У нас осталось 3 минуты, поэтому, Олег Иванович, пожалуйста, даже показывают 2. Очень коротко и буквально по полминуты будет каждому. Вот как раз продолжение молодых людей, которые пугают это. Я буквально недавно столкнулся с молодой парой, которые восторженно говорили о том, какую они присмотрели квартиру. Главный был аргумент, это какие свежие и красивые обойчики, мы, наверное, будем ее покупать. Я задал один вопрос. Ребята, это для вас инвестиция, да? Ну, то есть, я знаю, вы берете часть кредит, часть родители дают, часть ваше сбережение. Да, это наша инвестиция. Вы хотите, чтобы ваша квартира как минимум вашим детям перешла? Да, хотим. Говорю, почему вы не спросили, есть ли там ОСМД, были ли вы в подвале, смотрели вы состояние крыш, задавали ли вы вопросы, когда последний раз ремонтировалась крыша, да, если это ОСНД, то какие тарифы, какие плановые накопления и так далее, все вопросы, связанные с общим содержанием дома, если вы хотите, чтобы ваша квартира просуществовала еще 30, 40, 50 лет, да, ответа я на эти вопросы не получил, и вот мы сегодня, мне кажется, уже ну, как минимум даем положительные месседжи нашей молодежи, что во время приобретения недвижимости в скором времени они будут оперировать совершенно другими терминами и понятиями, которые будут предъявлять в качестве требований
отношение к своей недвижимости. И вот ОСМД это как раз и будет тот краеугольный камень, который будет им помогать влаживать свои деньги на долгие годы. Спасибо, Олег. По 20 секунд буквально каждому из вас. Андрей Николаевич, ну, можно я продолжу мысль? 20 секунд. Ну, тогда вы пропустите. Хорошо, да. Я поддерживаю вас и хочу сказать, что квартира начинается откуда? С двери в подъезд. Все. Спасибо. Когда это доходит до людей, все остальное. Андрей Николаевич, пожалуйста. Тоже буквально коротко скажу, что бояться не надо. Да, будут сложности. Всегда начинать, всегда что-то менять, это сложности. Рассчитывать, что будет легко, это будет обманывать себя. Но те, кто пошли по этому пути, практика показывает, они назад не хотят. Поэтому идем вперед, и мы будем собственниками, и необходимо жить в нормальных условиях и в нормальных жилье. Спасибо большое, Оксана Анатольевна. Я хочу сказать, что нужно не бояться обращаться за помощью к компетентным органам, к людям, которые могут помочь, к общественным организациям, и всегда будет протянута рука помощи таким людям. Спасибо, Михаил. Не нужно ждать, пока ваша недвижимость, об этом вот буквально недавно сказали, пока ваши квартиры начнут разрушаться в вашем доме, который плохо кто-то обслуживает. Не ждите. Создавайте ОСМД, сами содержите свою недвижимость и будете прекрасно себя чувствовать. Дякую. Я розумію, що, як завжди, ми не відповіли на усі питання. Але я впевнений, що ми принаймні задали певний напрямок того, де шукати відповіді на ті питання, на які ви не почули відповіді тут. Ми завжди відкриті до діалогу. Ми завжди відкриті до того, щоб готові до того, щоб, якщо ви хочете побачити якусь програму, присвячену тим питанням, що вас хвилюють, ми готові це зробити. Пишіть нам, зв'язуйтесь з нами, давайте нам знати якимись зручними для вас іншими способами. І головне, будьте з нами. Зустрінемось наступного тижня. Дякую, що були з нами сьогодні. На все добре.